собственно, формат дискуссий. Бить мы, конечно, друг друга, надеюсь, не будем, хотя кто знает, как пойдет. Будем отстаивать различные позиции по более или менее хуливарным вопросам. И, скажем так, возможно, склоним кого-то на свою сторону, возможно, добудем какую-то истину. В любом случае, как пишут сейчас в некоторых изданиях, мнение автора может не совпадать с его точкой зрения. Да, и я бы на самом деле добавил, что вот еще один такой поинт полезности от меня, что нам бы хотелось показать, что вот те решения, которые потенциально являются очень привычными и в некотором смысле золотым стандартом, иногда стоит пересматривать, потому что время меняется, появляется что-то новое и надо меняться. Тогда поехали к первой схватке. Тут для начала листалку бы включить. Говорит, днем работала. Не, я, конечно, могу и здесь листать, но... А может быть, подожди, может быть, презентаха проапдейтилась, и нужно просто еще раз presentation mode зайти сейчас. А мы это все пишем. А теперь, сейчас. Да, поехали. Да ладно. Так, сори за техническую ерунду, и мы начинаем нашу первую схватку. И первая холиварная тема – это бранчинг стратегии против feature toggles. То есть, как хранить код, как добавлять функционал, чтобы более удобно, более эффективно, более бла-бла-бла-бла-бла, поддерживаемый и так далее, этот код хранился. Поехали. Сама проблема. Мы пишем некий код. Мы имплементим какую-то фичу, мы фиксим баг, неважно. Мы что-то делаем. Нам этот код нужно заливать в репозиторий. Понятно, у всех есть центральный репозиторий, у всех код где-то хранится. И мы можем как-то этот, должны как-то этот код менеджить в репозитории. Самый первый случай, самый простой, самый базовый, это у нас есть одна ветка, она называется trunk, это примем старую SVN-овскую терминологию. И мы можем все наши коммиты делать туда. Так как вот на проекте так делается. Окей. Или только у двоих, или только двоим не стыдно в этом признаться. В общем, во-первых, это неудобно ревьюить, потому что у нас коммиты разных тикетов. Если у нас есть команда, которая работает над разными тикетами параллельно, и у нас команда коммитит все, что делает, то у нас есть куча коммитов, относящихся к разным тикетам. Ревьюить такой код достаточно грустно. Его очень неудобно, потому что мы его ревьюем по коммитам, и невозможно отделить одно от другого. Во-вторых, maintainability вообще ужасная, потому что представьте себе, опять же, смесь коммитов, относящихся к разным фичам, а потом нам нужно отрелизить не все эти фичи. То есть, иными словами, вот этот первый подход работает только в случае, если у нас один девелопер работает вообще и релизит по мере того, как он отгружает. То есть так делать можно, мы так делали, никому не рекомендую. Второе. Можно все равно коммитить в trunk, но коммитить не все подряд, что мы делаем, а договориться, что у нас есть один коммит на фичу. То есть человек пишет у себя локально, потом он собирает из этого всего патч, потом он делает, если это git, то он делает pull request на этот патч ревьюет, там хотя бы все до кучи собрано, и когда ревью пройден, то патч применяется к, опять же, к основной trunk ветке. Мы при этом, по сути, осуществляем мерджинг по патчам. Это, безусловно, удобнее, чем иметь вот этот вот дикий зоопарк, который происходит, если мы коммитим в trunk. Но при этом мы никак не защищены от риска краха локальной системы. То есть, если мы девелопим на локальной машине, а потом когда-нибудь мы это зальем в репозиторий, то если после двух недель девелопмента у нас горит винчестер, у кого так было? Понятно. Везучие люди. То будет очень плохо. У тебя так было? Используйте облачное хранилище, да? Просто я до конца не могу понять, где
уже на GitHub, и у тебя буквально несколько бренчей, и pull-requesты происходят крайне редко. Я говорю о гите, безусловно. Я говорю о человеке, который работает как бы в своем локальном репозитории, у него не важно там сколько у него бранчей, но он не делает пуша. И он делает пуш только тогда, когда он закончил работу над фичей, как бы закончил свой локальный этот бранч. Да. О чем же речь? Ну, опять же, но это лучше, чем когда у нас есть 5 человек, которые все коммитят в транк исправно каждый вечер. Да? Или вообще как-то тот же GitHub, портни себе репозиторий и занимайся там любыми извращениями. Ну то же самое. Но в этом есть одна, опять же, та же самая проблема. Если у тебя навернется винт до того, как ты сделаешь пуш через там N недель разработки, то весь твой локальный репозиторий передавал тебе привет. Ну, в принципе, да. Это стрёмно. Парни, вы про Continuous Integration, вы слышали? Ты это видел? То есть, как бы, все хорошо, я не дошел до туда, все будет. Я верю, что ты можешь это вместо меня прочесть. В общем... Я бы тут еще одну штуку добавил, ты просто сказал про GitFlow, ты просто еще следующий слайд не видел. Ты поймешь, о чем я. Все будет. Значит... Да, таким образом, собственно говоря, вот тут-то начинаются схватки. Вообще, Елена, на самом деле, в следующий раз, когда вот так вот кто-то будет вещать из зала, ему нужно микрофон дать, потому что в записи его не останется. Вот. Значит, итого, если у нас один коммит на фичу, то вот то, что мы только что проговорили несколько раз. Получается, что Lone Rider, да, у нас работает только Lone Rider, у нас совместная работа над кодом затруднена. Два человека, работающие над одной этой фичей, уже нормально работать не смогут. Итого. Все-таки оказывается, что нам нужно делать бранч на фичу. Во всяком случае, это то, что я рекомендую. То есть мы делаем отдельный бранч на каждую фичу. В бранче работают несколько человек, неважно, они благополучно могут друг с другом коллаборейтиться. Каждый из них может коммититься хоть каждый вечер, потому что он своим коммитом, даже не работающим, никому ничего не переедет, никому не поломает там работающий транк. Он... может спокойно, там, кто угодно может спокойно ревьювить, то есть мы защищены и от риска сгорания локального винчестера, и мержится это все потом уже ветками, мержить ветки и мержить патчи одинаково удобно, неважно, но все равно мы же мержим ветки, это более-менее стандарт сейчас. Ну и все, я уже сказал, остальное. Поехали дальше. Мы остановились на том, что нам нужно бранчеваться. Антон, ты доволен? Мы говорим один бранч на фичу. Неправда. Тут концепции тоже есть несколько. И Atlassian, который нам дал Jira, Confluence и много других прочих радостей, нам, оказывается, дает еще и свой подход к бранчингу. И Atlassian говорит, что можно делать релиз-бранчинг, можно делать релизные бранчи. Это когда на релиз создается бранч, и, допустим, все коммитятся туда. Таким образом, транк у нас остается стабильным, и пока релиз не отрелижен, собственно, пока код не отрелижен, он находится в бранче. Да, подход хороший, но если все будут коммитить в релизный бранч, то будет тот же кошмар, который я описывал перед этим. Только вот этот кошмар будет не в транке, а в релизном бранче. Можно делать фичер бранчинг, то есть можно заводить один бранч на каждую фичу, но если фича распадается на несколько подзадач, то опять же все подзадачи коммитятся туда, и тоже можно получить определенные проблемы. Самая как бы высокая гранулярность обеспечивается таск-бранчингом, когда у нас на каждый тикет есть отдельный бранч, и в этом как бы каждый минимальный unit of work делается в отдельном бранче фактически. Заходите. Да. А давайте мы дадим все-таки теперь Антону микрофон, чтобы вопрос остался для истории. Да. Мне можно вообще дать отдельный микрофон, у меня много будет вопросов, я такой человек-вопрос. Смотри, ты говоришь создавать ветку на каждый тикет. Да.
А не приведет ли это к тому, что человеку будет сложнее вести разработку за счет того, что у него может быть, скажем так, тикет, который зависит на какой-то другой тикет, и он до конца вроде как свой код и написал, но проверить его не может? Это, ну скажем так, это вопрос, конечно, к тем чувакам из Atlassian, которые писали этот теоретический подход. Везде нужно применять как бы голову, потому что подход разумной достаточности должен быть. Понятно, что если у нас есть один таск на какую-то небольшую фичу, которая распадается на несколько вещей, которые друг без друга не существуют, то разносить их на несколько бранчей только для того, чтобы потом мерджить, смысла, конечно, никакого нет. Что получается? У нас есть 100-500 миллионов этих веток. На каждый тикет мы их создаем. А тикет мы сделали 100 лет назад. И мы хотим его зарелизить. Мы должны мерджить, заребейзить. Ну, это сложно, это геморно. Но, тем не менее, это обеспечит нам надежность кода. То есть, да, это даст определенный оверхед, но у нас будут ветки как по фичам, тикетам, whatever, исправные, аккуратные, из которых мы потом сможем, самое главное, из которых мы потом сможем собирать. Я просто, Дим, извини, как бы немножко, вот идея моего вопроса была в том, я понимаю, что будет оверхед, мне просто интересно, насколько он большой. Ну, по крайней мере, я бы сказал, что если нет конфликтов, то он небольшой. Проблема, как бы, оверхед начинается тогда, когда мы неправильно разбили задачу на подзадачи и насоздавали бранчей, в которых люди должны в параллель работать над одними и теми же файлами. Вот тогда у нас будет ручной мерж, и тогда у нас будет адовый оверхед. Если разбивка правильная, то этот мерж происходит в основном автоматом, то есть вмержилось, конфликтов нет, все, то есть мерж занимает в таком случае там считанные минуты. Так, собственно, о чем я здесь? Сори, что как бы не продолжаю дискуссию. Истина, как всегда, лежит либо где-то посередине, либо в том, что нужно быть и богатым, и здоровым. Богатым, но здоровым. То есть релизные бранчи нужны, понятно почему. Но релизные бранчи должны строиться не на коммитах, а на вмерживании в них фичер-бранчей или таск-бранчей. Вот универсальная картинка от, я не помню на самом деле кого, но кого-то из апологетов. А, вот они, NV. Вот это, на самом деле, эта картинка доступна под этой вот ссылкой. Это наиболее универсальный подход. То есть здесь предлагается вести мастер, который head, который есть stable trunk. От этого мастера отбранчевывать бранчи на hotfix и вмерживать туда логично. От него отбранчевывать develop-ветку, в которой вести разработку. Но в develop-ветку не коммитить, а отбранчевывать от нее ветки на фичи, которые потом вмерживать в нее, с какого-то среза девелоп-ветки собирать релизный бранч, после релиза вмерживать релизный бранч в stable trunk, когда он уже отрелижен и доказано, что он стабилен. Это универсальный подход, сферический конь в вакууме, он нам показывает все, что можно. Все равно бранчная стратегия выбирается под конкретный проект. Тут серебряной пули здесь нет. Это слайд из Confluence нашего проекта. Это рисовал я. И это как бы то, во что вот эту диаграмму как бы превратил как бы мой разум, пытаясь, да, то есть реально два года проект вот так живет. Я попытался свести вот предыдущую картинку к разумной достаточности. То есть, иными словами, мы убрали здесь бранчи на хотфиксы, потому что бранч на hotfix это такой же релизный бранч. Мы убрали develop бранч, потому что, по-моему, develop не нужен. Мы можем от stable trunk отбранчевать. Вот мы от stable trunk набранчевали себе фичей. Это релиз уже. Мы в этих фичах работаем, а потом мы из этих фич, когда нам нужно. То есть на предыдущей картинке нам предлагают, как только фича закончена, брать его мерджить в develop. Я предлагаю и просто оставлять фичер-бранчи, а когда мы дойдем до релиз-кандидата, и товарищ бизнес-оунер нам скажет, что вот эта половина фичей не релизится, мне сейчас не надо, мне сейчас в приоритете там другое, и whatever, бывали прецеденты, мы просто из фичер-бранчей насобираем релизный бранч, мы просто смержим только то, что нам нужно, отрелизим и вмержим. Причем мы можем начать работу над следующим спринтом, то есть от бранчевать фичер-бранчи от стейбл-транка на следующий спринт работы еще до релиза.
Да, таким образом, в идеале, мы должны будем вмержить предыдущий релиз и в созданный релиз кандидат как бы следующего, уже релиза следующего спринта. Но это вот единственное дополнительное действие по сравнению с классической диаграммой. Так работает, по-моему, так оверхеда меньше. Единственная проблема здесь, это то, о чем сказал Илья. Мне, к сожалению, хотел бы его прибить за это, да не могу, он прав. Что если вот эта фича бранча, которая ничем не заканчивается, сказали ее сейчас не релизить, и она будет висеть, 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 а вот где-нибудь вот тут нам скажут, что вот где-то здесь мы должны будем ее вмержить. И оказывается, что мы в код реально будем в stable trunk вмерживать бранч, который был отбранчован год назад. Это может быть нелегко, потому что много кода написано, в общем, там будет некрасиво. Но это случается редко, и, ну да, это будет стоить там 2 часа головной боли при ручном мерже. И ухо не страшно. Да. Предлагаю... Он включен? Не, Егор, это для того, чтобы транслировать, да. В общем, сидели мы с моим коллегой техлидом в ансайте, уже непонятно, какую ночь мы там не спали. И весьма хаотичный наш продукт-оунер на тот момент сказал, ну, опять же таки, у нас возникла очередная проблема того, что ну, вот это мы не релизим. И мы подумали, ну, нас уже это достало. Дима, давай что-то придумаем а-ля Лего какого-то. Вот. И мы придумали вот такую штуку, она позволила нам действительно очень быстро это все пересобирать, как своего рода конструктор. Понятно, что мы столкнулись с вот такими проблемами, когда у нас действительно что-то сидит где-то долго, а потом приходят и говорят, о, а у нас же есть там такая классная штука, вы же ее, ребята, сделали? Мы говорим, да, сделали. Ну, давайте, в общем, ее отрелизим. Вот. Ну, на самом деле, просто я к чему подвожу, что это писано вот нашими реалиями, это относит нас к тому, что Дима говорит, да, что под все, в общем, включать голову. Мы включили ее уже такое не сильно трезвое на тот момент, вот, но это переродилось в что-то вот такое. Вот. Мне показалось, что это будет интересно. Да. Скажем так, одну секунду, пока к Антону идет микрофон. А почему это родилось? Потому что изначально было вот так. Потому что изначально нам достался проект с простроенным процессом, в котором были коммиты в транк. И у нас до этого не было повода поднять этот, значит, админский лидеруб и начать делать это по-человечески. То есть, иными словами, то, что было best practice 10 лет назад, сегодня неприменимо уже. 10 лет назад у всех был Visual SourceSafe. Я Visual SourceSafe администратор. Кто помнит вообще, что это? И там ты лочишь файлик, потом ты не можешь его закоммитить, потом ты звонишь человеку, типа, звонят по телефону домой. Говорят, ты в отпуске, да? Ты файлы разлочил? Бегом. То есть сейчас уже так нельзя. Дима, у меня, если можно, вот вопрос. Значит, насколько я понял с твоего объяснения, допустим, у нас есть 3 фичи, нам сказали, что мы хотим зарелизить первую и вторую. Да. Мы из первой, то есть мы, получается, теперь мерджим 3 ветки. Мы берем наш текущий стейбл, который был, или как он там у нас, стейбл, да? Мы берем стейбл, почкуем от стейбла какой-то там релиз номер N, да. И в него, значит, вмерживаем первую, вторую. Да. Может ли у нас быть ситуация, когда нам скажут, что в релиз 2 нам нужна первая и третья? В релиз 2, если первая уже отрелижена, она уже... В первый релиз мы закинули первую и вторую, первую фичу, во второй релиз нам говорят, закиньте первую и третью. Нет, нам не могут... Ты имеешь в виду, могут ли нас попросить убрать фичу с продакшена? Да. Могут. Я такого не видел никогда. Нет, ну просто... Могут. Как обычно, понимаешь, девелопили, да не выделили. Ну, понятно. Нет, если мы уже отрелизили ее в продакшен, значит, что мы ее довыдевелопили. Другой вопрос. Может быть ситуация отката релиза, когда нам нужно теперь зарелизить все то же самое, но это будет в релиз 2, но этот релиз 2 будет ночью после релиза 1. С откатом релиза раз все понятно, здесь вопросов нету. У меня вот был вопрос именно в том, что как бы была ли задача как-то отключать фичи. Об этом нам расскажет следующий оратор. Правильный вопрос. Получается, мы когда зарелизили... Мы когда создали фичу, там вот релиз там номер N, да, вообще когда создали ветку релиз номер N, мы потом все равно обязаны рано или поздно ее смерджить в стейбл. Если мы ее отрелизим.
То есть после успешного релиза, релиз ветка мержится в стейбл, и по сути она нам больше не нужна. И она нам больше не нужна. И хотфиксы уже идут в стейбле. Нет, в стейбле не идет ничего. Хотфикс это... Хотфикс либо мержится от стейбла, в который вмержен релиз, либо если хотфикс возникает вот прямо на релизе, или там вот когда мы еще не вмержили, то в нашем случае, я этого на этой диаграммке не показал. Значит, ну, если... Возьми фломастер, дорисуй. Да. То вот где-то из этого места мы отмерживаем от релизного. Отбранчевываем от релизного релиз 1.1, в нем фиксим, и потом уже вмерживаем его. Ну, в принципе, я просто думал, я не знаю, на практике такого не пробовал, но, может быть, это как-то бы помогло. Если у тебя вот замирает на какое-то время твой фичер бренч номер 3, вот как у тебя показано, возможно, нужно как-то пытаться периодически в него стейбл докидывать. В него вмерживать стейбл, конечно. Ну, но когда ты в него... Да, так в этом-то и проблема, что если ты в него вмерживаешь стейбл, который полгода жил без него... Ну, хотя бы месяц, какой-то разумный срок. А смысл? Чтобы потом через 2 года ты не вспоминал, а что вот там дядя Петя, который уже перешел в другую контору. Все равно, если он уже сделан, но просто не отрелижен, он мертвый. Имеет смысл систематически в него вмерживать, если в нем работа продолжается, если он такой большой, что в нем работа продолжается. Если фича, в которой продолжается полгода работы, живет параллельно проекту, у меня один такой проект был, лучше застрелиться сразу. То есть, до такого допускать нельзя. Если она уже мертвым грузом лежит, может, она никогда не отрелизится. Зачем тратить на нее время? А через полгода вспомнит, мы сразу напишем себе там 2 дня на мерджа, а потом будем разговаривать. Ну ок. Имхо как бы не стоит лишнего оверхед себе делать, потому что может не пригодиться. Чуть-чуть тут хорошего. А, ну это твой вопрос, если вдруг они захотели в следующем релизе отключить, именно в следующем быстренько, то это просто делается пересборка предыдущего... Откат как бы релиза, пересборка предыдущий релиз, бранчи и релиз. Но это такой уже пожарный случай. И, собственно, на тему возможности потом чего отключить. Не-не-не, подожди. Где здесь Continuous Integration? Покажи мне. Continuous Integration здесь... Смотри. Смотрю. Continuous Integration здесь прикручивается через... Есть такое место. Я говорю сразу. Твой подвох я понял, но Continuous Integration всегда прикручивается 2 способами. Способ первый. Мы его вешаем на бранчи. Так, кстати. Видите? Да. У нас может быть Continuous Integration на бранчах. То есть у нас может быть там Jenkins, который на коммиты, на whatever пересобирает и прогоняет тесты на конкретных ветках, которые залиты. Неудобно. Поэтому в основном Continuous Integration крутится уже на релиз кандидата. Когда мы собираем релизный кандидат, когда мы его промерживаем, то на нем уже гоняется весь Continuous Integration, который, соответственно, становится не сильно Continuous. Есть такая проблема. Вот если фичи нужно проверить, то что я говорил. То есть мы должны конфигурить себе Continuous Integration на каждую фичу. Либо у нас Jenkins, в котором есть отдельные джабы на фичер-бранчи, и мы им собираем, там, деплоим фичер-бранчи, прогоняем на них все тесты, либо его нет, и мы гоняем тесты руками. Ну, то есть, в принципе, у нас и то, и то. То есть, все равно на каждой сборке фичер-бранча локальные прогоняются тесты, хотя все пишут skip-тест, чтобы было быстрее. А на Jenkins, если на одном из нижних environment'ов ты деплоишь ветку, то на ней, конечно, Jenkins делает все, что должен. На коммиты нет, не делает. То есть, да, он не совсем continuous. При коммитах оно прогонялось, потому что это были коммиты в транк. А сейчас, когда коммиты в туевые кучи бранчей, мы этим делом, похоже, пожертвовали. Ну да. Ну, конечно. Да, секунду, был вопрос. Это отдельный хороший вопрос. По QA, конечно, тут у нас есть как бы спецы, поэтому, Костя, поправляй меня, если,
я где-то сейчас скажу неправду, но я вроде помню это достаточно хорошо. Сначала, когда у нас были большие спринты, у нас было много времени, у нас было трехфазное тестирование. То есть в первой фазе тестирования у нас была верификация, это была проверка фичер-бранчей. То есть каждый фичер-бранч отдельно тестировался на предмет корректности реализованного в нем функционала. Потом у нас из них собирался уже релиз-кандидат, и над релиз-кандидатом проходили еще две фазы тестирования. Это стабилизация и сертификация. Стабилизация это была фактически проверка того же имплементированного функционала, но уже на собранном релиз-кандидате, а сертификация это уже там и нагрузочные тесты, и как бы куча тестов, больше проверяющих систему в целом, а не конкретный функционал, реализованный в спринте. Сейчас, когда нас загнали в более жесткие рамки более частых релизов, мы просто вынуждены были пожертвовать верификацией, и поэтому мы сейчас как отдельной фазой. И поэтому сейчас мы сначала собираем релизный кандидат, а потом на нем проводим тестирование. ПМ, который был когда-то такие лидом, не выдержал. Я, значит, набрал где-то. Естественно, эволюционировал. Да. А, значит, немножко здесь не так. То есть мы действительно пожертвовали этой фазой как выделенной фазой. Вот, но мы ее, собственно, мутировали немножко в гибридную такую. И, собственно, фичер-бранчи собираются continuously. То есть прошел код фриз, мы говорим, эту ветку вмерзьте нам в релизный бранч. Пошли. Модульное тестирование, интеграционное тестирование. Таким образом, там, пока мы это делаем, пока QA это делают, development доделывает третью фичу. Мы говорим, окей, домерзьте ее. Прогоняется обратно. То есть вот такая вот гибридная модель, ну, не знаю, ну, работает. Раз в две недели. Двухнедельный сейчас, цикл. Когда были раз в три, было легче, мы успевали верификацию делать. По бранчевой. Да, ну там, собственно, было время, развернул себе фичу, там провел на ней модульное тестирование и все такое. То есть сейчас это гибрид вот именно модульного плюс интеграционное. То есть, по сути, вмерживается фича, она работает с остальной код-базой, соответственно, ты тестишь ее и вокруг нее. Ну, так. Да. Ну, я еще раз подчеркну, что здесь повсюду кровавый мерч. Реально кровавый. Не всегда. Кровавый, если было конкурентное изменение. Если конкурентное изменение было, кровавый. Если нет, то не кровавый. В общем, парни, тебе просто повезло, ты дежурный по той фиче, в которой... Да, в которой все пытаются литературно подобрать. Смотрите, Дима пропагандирует что? Что вы приходите, мерджите. Уходите на обед, что-то куда-то мерджите. Уходите спать, еще раз мерджите. На всякий случай, чтобы где она там, вот эта вот фича номер 3 реально как-то жила себе. Потому что если она будет релизиться через полгода, ну это будет страх какой мердж. Кривой и залетит что-то напротив, явно нехорошее. Но все мы люди, все мы ошибаемся. Поэтому я расскажу про... Гордо называю это парадигмой. Это, естественно, это не моя, к сожалению, идея, но мне повезло работать в проекте, где мы релизились каждый день. И мы использовали такой механизм, который называется Feature Toggles, либо Feature Flags, либо еще куча названий, если это что такое. Релизились каждый день и посчастливилось. Это, конечно, интересное сочетание. А, я забыл. Я планировал начать свою часть доклада с фразы «фича ветки для слабаков». Вот. Спасибо на добром слове. И, кстати, он мой начальник. Что такое... Смотрите... Если бы я давал определение, да, вот фичерфлагом, я бы сказал, что это механизм внедрения нового функционала в код, который опирается фактически на две вещи. На коммиты, да, Дима, в транк, и на некий механизм включения-выключения фичи посредством, по большому-то счету, простого if-else. То есть как это работает? У нас есть... Условно говоря, да, toggle points, вот отцы-основатели это все дело называют. То есть это какие-то кусочки if флаг включен, новый функционал, else старый функционал в коде, да, вот у нас их много-много-много. Мы работаем над этим делом, кстати, с continuous integration все круто. В транк-то коммитим, все хорошо. Мы работаем над этими фичами, мы коммитим в транк хоть по 5 раз в день. Да, иногда, кстати, мерч бывает, но не так часто. Ну, мне так, наверное, повезло.
А дальше у нас, да, вот есть какие-то там шестереночки. Что это такое? По большому счету у нас есть какой-то класс, который умеет вычитывать property файлы, которые environment specific. То есть давайте представим, что у нас есть Maven, да, у нас есть там local properties, K1 properties, test properties, production properties. И мы туда записываем, ну, по какому-то контракту мы договорились писать, например, фича, точка именовой фичи, и пишем туда true, false, enabled, disabled. И вот этот наш механизм, он умеет, да, вычитать как бы значение этих переменных для environment, на котором инстанс приложения ранится, и сказать, включена она или выключена. То есть получается, что если флаг включен, наша новая фича отрабатывает. Если нет, работает старый механизм. Тут сразу как бы люди нарисовали, что вот таким побочным плюсом всего этого дела является тот факт, что его можно использовать как АБ-тестинг прямо на продакшене. Вот АБ-тестинг наш отработал, нам надо, не надо ни редеплоя, ни ребилда, мы откуда-то с админочки поменяли значение этого флага, все, АБ-тестинг выключен. Вот, я набросал пример небольшого кода, чтобы понятнее было. То есть вот у нас есть эти property файлы, да, с какими-то значениями. Ну и простой пример, например, мы хотим, вот у нас старенький проект, мы вдруг узнали, что есть мобильные телефоны, да, что люди, в принципе, даже ими пользуются. И мы наняли фронтенщика, он нам написал там мобильную домашнюю страничку. Вот, и мы хотим юзеров, которые вот с мобила к нам заходят, перекидывать туда. Да, кстати, здесь, конечно, не хватает какого-то механизма проверки, но будем считать, что он зашит в сами методы. Что у нас происходит? У нас есть вот какой-то механизм, который просто вычитывает значение из property файла для данного инва и говорит такой, опа, если все включено, кидаем на мобильную, да, страничку. Если нет, отрабатываем, как и работали до этого. То есть на самом деле все очень просто. Это пример кода на Java. Точно так же можно работать с фронтендом, с имлифом, с JavaScript'ом, с чем угодно. Было бы желание, по большому счету. У вас вопрос, молодой человек? Комментарий? .NET? .NET здесь, слава богу, нет. По что? А как мы с тобой микрофон в этой ситуации делить будем? Сюда говори. Я думаю, что можем вместе поделиться микрофоном. У меня вопрос. Ad of Ad наступает на второй или третий день работы с таким проектом? Просто смотри, если у меня есть две фичи, то у меня суммарно уже может быть 4 конфигурации системы. Если у меня этих фич как бы там 10, у меня уже 1024 вариантов конфигурации системы. Как мне это все протестить? Ну, смотри, я... Включить и надеяться на лучшее, да? Я, вот честно говоря, я совершенно в этом какой-то проблемы особо не вижу. Мне кажется, это не ад, это рай. Это рай, это действительно рай, потому что ты представляешь, сколько возможностей перед тобой открывается. Куча состояний системы. Ну, все-таки тяжело мне как-то за тестирование говорить. Ну, как-то люди тестили, релизились каждый день. По принципу задеплоил и перекрестился, да? Смотри, то есть тестируется все нормально, было бы желание. Естественно, вероятность ошибки, ну, не будем говорить о закономерности, она повышается. Но это же не стендалон механизм. Он подразумевает, что у тебя вот такие девелоперы, как ты и я, вот такие QA, еще и 102% покрытия кода Selenium. Ну ок, я просто думал о другом. Возможно, когда-то наступает момент... Когда ты понимаешь, что вот эта фича, она у нас уже не будет вкл-выкл, она уже или до конца наших дней включена, или до конца наших дней выключена. И как-то, может, есть какие-то там, не знаю, best practice или просто идеи насчет того, чтобы вот количество этих разнообразных состояний системы уменьшать. Ты подтолкнул меня плавно к тому, что надо перейти на следующий слайд, где есть ответ на твой вопрос. Окей. Давайте вкратце вот читаемым текстом еще раз посмотрим на алгоритм, как все это, так сказать, от начала до конца, до продакшена, да, до релиза. Мы понимаем, что мы хотим что-то новое в проект, как бы, да, на продакшен залить. Мы пишем сам функционал.
мы стараемся не плодить эти флаги, точнее, не сами флаги, а... Подчинил. Ну, все быстро, как у нас на проекте. Мы пытаемся не просто покрыть новый функционал этой проверкой if-else, да, с использованием флага. Мы же хорошие девелоперы. Мы стараемся это сделать минимально возможным числом использования этих флагов. Дальше QA, конечно, будут рады такому подходу, потому что что им надо делать? Им надо протестировать, что старый функционал работает. Им надо протестировать новый функционал. Еще и в разных комбинациях, как ты сказал. Ну, я QA никогда не любил, поэтому я считаю, что в принципе это нормально. Смотри, дальше мы все это благополучно каждый день на продакшн выливаем. Ну, мы каждый день выливали, но по-хорошему-то... Авторы как бы, этого подхода, среди которых где-то там сбоку значится Мартин Фаулер, они говорили, что вот это все лучше использовать, когда вы достаточно часто релизитесь. Все-таки 2 недели – это какой-никакой-то спринт. Ну вот у меня тоже такой edge-кейс. Мы релизились раз в день. Как бы, да? Ну я думаю, вот я сейчас, давайте, соцопрос. Кто релизился раз в день? Кто этот лузер? Парни! Ты, я знаю, ты нет. Серьезно? А что вы использовали? Как вы вот боролись? И вы мерджите? Я предлагаю поплакаться вместе, потом посидеть. Мне больно, мне не хочется это делать. Что делать в том случае, если уже существующий тогл бизнес просит внести изменения? Подразумевается, что фича уже на продакшене? Тогда мы поступаем, не поверишь, мы вводим новый флаг. Еще один. Да, получается, если мы вводим еще один флаг, то первый флаг будет блочить второй флаг. Ну, потому что без фичи в целом оно же не будет отображаться. В принципе, point validen. Таких ситуаций у меня не было, но я на 99% уверен, что это можно извратиться с флагами, как бы, да? То есть можно найти подход. Опять-таки, как и с тестированием, но тестировать не мне просто. Это решаемая проблема, в принципе. Вот я немного пунктом номер 6 сейчас попробую снять часть твоих сомнений. Я не сниму все, но часть сниму. Что такое пункт номер 6? Да, что ж я нажимаю это постоянно. Через какое-то время, которое мы считаем достаточным для того, чтобы считать фичу уже проверенной отлично на продакшене и не содержащей никаких багов, мы заводим тикет на очищение кода. То есть мы удаляем фичу, и мы удаляем все ее юзаджи в коде. То есть, грубо говоря, мы из if-else нашего убираем весь else, оставляем только тело if-а. Вот если получилось так, что мы уже это как бы все почистили и удалили, мы это делали где-то через 3 недели, месяц того, как фича хорошо прожила на проде. Мы... Смотри, да, если мы уже удалили, у нас просто новая фича, никто ничего не получит. Вот. В ситуации, которую описал ты, потребнее додатковое дослеживание. Вот. И надо еще немножко порекламировать этот подход и как-то постараться выбить, так сказать, фундамент из-под ног соперника. Вкратце, достоинства и недостатки с моей точки зрения. Смотрите, веток нет. Вот я очень рад, я не люблю ветки, я не люблю мерджить, хотя я это и делаю. Наказывает меня так начальник. Это карма. Смотрите, вот какая вот есть особенность прикольная, интересная. Вот в случае, о котором рассказывал Дима, вот если у нас в ситуации в процессе релиза что-то пошло не так, да? Ну, если команда не успела там за 5-10 минут быстро все пофиксить, мы откатываем. Что еще делать? В случае с... К твоему вопросу, кстати. В случае с фича-флагами мы можем сначала просто попытаться в рантайме ее выключить на продакшене. Ведь мы говорили, да, что QA у нас тестирует и старое поведение, и новое. И если они свой хлеб едят не зря, то потенциально мы избежали роллбека, которого Дима не избежал. Стыд и срам.
Вот. Ну, про АБ-тестинг я уже говорил. Давайте немножко о недостатках, и я вижу, человек хочет задать вопрос. Повышенные накладные расходы разработки. То есть, что это такое? Ты пишешь не только сам функционал, ты еще вставляешь эти флаги. Ты желательно должен как-то их вставлять не в каждом месте, а как-то минимизировать, найти вот этот единственный какой-то entry point, где твой новый функционал юзается. В идеале вообще хорошо это сделать где-то на UI, да, чтобы один раз там свичнуть и отключить весь этот код. Ну и пункт номер два – это слезы Киевта, по большому счету, потому что тестировать надо с включенным, с выключенным, потенциально может быть и в разных комбинациях включенным. И очень большая ответственность лежит на автотестах. Selenium, да, и же с ними. Это должны быть регулярные nightly билды с реально отличным покрытием, потому что вот при использовании фича-флагов вот какая-то более-менее серьезная бага чаще всего означает отмененный релиз при частых релизах. Да, вот в ситуации с ежедневными, вот кто-то плох, ему говорят спасибо, релизимся. Но правда релиз следующий скоро, да, через день. В принципе тоже такая беда относительная. Ну вот такой вопрос тогда, давай я скажу за QA-ев. То есть меня вот... Я вам не скажу за всех QA-ев. Говори. Один QA меня бил по голове очень достаточно долго, не будем показывать кто. И объяснял, что нельзя сделать изменения в коде, какой бы то ни было, а потом не проверить все еще раз. То есть даже если мы пошли и поменяли хоть что-то, нет, в общем, к нам доверия, и каждый раз как-то мы пытаемся сказать, что тут ничего, я тут только вот только значение строки поменял, не надо ничего перетащивать, пошли на продакшн, в это время начинает плакать один маленький QA, приходите бить тебя. Вот. Мы все сделали, потом эта фича осталась с нами навсегда, мы пошли, фичердоггл убрали, if убрали, я так понял, что или нас спасет continuous integration, или что? Спасет от чего? Вот QA, который придет с дубиной, потому что мы сделали изменения в коде, которые не относятся к функционалу, и надо его как-то теперь проверять. Если мы сделали изменения в... То есть мы сделали изменения в коде, который никак флагами не покрыт, который какой-то обычный фикс. Или... Я говорю, что у нас отжил тогл, отжил функционал тогл с нами остался. Да. Мы из кода выкосили старый тогл и так. Старый мертвый код. QA тоже это тестирует. Вот я же спрашиваю. И плачет. Тестирует, все тестируется. Тестируется все, Дмитрий. И плюс у нас есть очень много автотестов. Ну вот я же спросил. Но тестируется все. Окей. Ну ты сам понимаешь, когда релизят каждый день, то тестируют хорошо на совести. Окей. Так, я видел Антона. Аккуратно. Да, спасибо. Значит, мне почти все нравится. Единственное, я бы добавил один большой недостаток. Продано. Нет, я вижу один большой недостаток здесь. Может, конечно, зря я его там вижу, но, по крайней мере, меня аж распирает поделиться этим. Когда у нас появляются вот эти вот, скажем так, фичер-свичи, по сути, это так или иначе приводит к увеличению, собственно, нашей простыни кода. И рано или поздно это приведет к тому, что у нас будут появляться или какие-то куски-дубликаты в разных вот этих вот ифах, да? Ну, по крайней мере, так как я это вижу. Что у нас, ну, представь, есть там метод, например, не знаю, на... Не, подожди, я же как бы вот... Представь, что есть метод там на 10 строчек. И в зависимости от того, фича включена или нет, меняется поведение там первой и десятой строчки. Вот. В таком случае у тебя будет усложняться код, в том числе для понимания другими людьми. Насколько будет легко ввести новых людей в команду и насколько будет легко им вот именно понять код, смотря на него. Смотри, я был как раз тем новым человеком, которого ввели в команду. Было ли это легко? Ну, это было понимаемо, это не сверхзадача. Тут я вот забыл, к сожалению, сказать один очень важный момент. Вот ты на этом как раз акцентировал внимание, что девелопера по-хорошему, ну, учить это как-то звучит так чересчур гордо, но девелопер должен начинать мыслить в этой парадигме разработки. Вот он должен писать методы New Insurance Strategy или Old Insurance Strategy. Он должен группировать свой код таким образом, чтобы он был surrounding этими флагами.
Это, грубо говоря, как тот же холивор между монолитом и микросервисами. То есть ты в эту сторону подводишь ответы, да? Ну, я подвожу, что я на самом деле не знаю этого холивора, к сожалению, наверное. Я веду всего лишь к тому, что этот подход требует, какой-то легкой корректировки девелоперского мышления. Я тогда скажу здесь то, что я... Он то за тебя, то за меня, Дима. Ну, во-первых, опять же, принципиальная беспринципность — это хорошая вещь. Во-вторых, у нас должен был быть батл с тобой, а он отчасти с Антоном, так что, Антон, спасибо. А мне кажется, что у меня не батл с тобой, а у нас с тобой батл с ним. Тоже возможно. Я, собственно, о чем? Я хотел это задать как вопрос, но я уже это констатирую как факт. Ответив этим Антону, именно поэтому в нашем Legacy-проекте вот этого нет. Потому что есть архитектура этого уж и огромная код-база, которая написана монолитно, и к этому уже не приспособлена, то в нее, конечно, можно попытаться пришить, в общем, кобыле хвост, но трудно. Не часто я это делаю, но здесь я с Димой соглашусь. Вот Наспор, я бы этот подход в наш Legacy проект засунул, и он бы работал. У нас один уже Наспор мигрировал его на Java 8. Наспор бы засунул, но дело это в случае с таким олдовым Legacy действительно, наверное, не очень благодарное. Да, тут просто опять же, я очень часто сталкивался с тем, что когда новый человек приходит в команду, да, пускай он знает там хорошо там Java, упаси господи, или .NET, но в конце концов он тратит какое-то время для того, чтобы понять вот именно, что курил архитектор, да, там, или что курил там какой-то там лид, который вот это все писал. И человек аж вышел, вот, да, покурить. И, соответственно, я бы старался использовать такие вещи, которые бы вот при добавлении новых людей они тратили меньше времени на то, чтобы понять, что курил архитектор. Я думаю, что вот здесь им будет сложнее вникнуть в проект, если особенно если раньше такого они не видели. Ну, не могу согласиться. Сложного-то, по большому счету, if else использовать умеют все. Да, но ты же говоришь, что теперь нам нужно это все покрыть тестами. Да, смотри. Вот тебе дают одну фичу, да, ну пусть она новая, на 4 часа там работает, да, и ты вот ее написал, и вот ты написал 20 строчек кода и ставил 20 if-else. И ты наверняка посмотришь и подумаешь, что, блин, как-то, наверное, не оптимально. И вот где-то ты немножко отрефакторишь код. Да, мы сейчас уходим в какой-то холивар там из серии, что это же, я же не говорю, что это не несет дополнительные накладные расходы. Несет. С моей точки зрения, как бы можно их выдержать? С моей точки зрения, можно их выдержать. Я просто хочу понять, насколько это оправдано, или же на какие ключевые моменты мне следует обращать внимание. Допустим, если у меня есть два варианта, внедрять или не внедрять. И вот у меня есть проект. Есть какой-то там, грубо говоря, чек-лист. Давай пройдемся по этим пунктам и посмотрим. Вот если здесь true-true, то лучше использовать фичер-свитч. Смотри, начнем с забавного. Авторы этого подхода его использовать не рекомендуют. Но они оговорку какую делают? Они говорят, вам стоит к этому присмотреться, если у вас действительно очень-очень частые релизы. Если у вас расходы на бранчинг, мерджинг и все эти соображенные вещи выше, чем выпиливание, последующее выпиливание этих флагов. Вот это ключевой момент. Ну вот тут, да, в принципе, я согласен. Если ты мердж делаешь дольше, чем, собственно, пилишь код, то тогда, то что говорится, жизнь дала трещину, переехал на троещину. Ну, утрированно, конечно, утрированно. Я еще раз повторюсь, у меня опыт использования этого успешный, и боли там нет никакой. По крайней мере, попробуем. Где-то попробуем. Попробуй. Все хотят меня съесть за эти флаги. Такой вопрос. А если фича затрагивает изменения базы данных? Там добавление каких-то колонок или что-то в этом роде? Я вижу, Егор махает активно в этой ситуации. Что мы делаем? Правильно, пишем собственный bin постпроцессор. Мы пишем какую-то свою аннотацию, которая будет вставлять это поле или нет в нашу entity. Я не вижу здесь проблемы. Когда мы переключаем флаг, нам нужно изменить базу данных?
Ну смотри, я не вижу проблемы в том, что у нас в Entity нет какого-то поля, которое есть в базе, оно же просто не используется. Все хорошо. Еще такой вопрос. Если вы говорите if, а если создать копию класса, то есть фичер A, фичер B? Не, на это даже я, кто рекламирует это, не пойду. Нет, это нехорошо. Это дубликация кода. Понятно. Дмитрий, по вопросам пока я выиграю. Я предлагаю, так как я выиграю по вопросам, определителя определять по вопросам. Нет, просто это интересный новый подход, с ним, я думаю, мало кто... Не совсем новый, он просто не совсем традиционный, скажем так. Не традиционный. И такой вот вопрос вот, по поводу парадигмы, как бы создать там, начать мыслить в этой парадигме, создавать новые методы, там, которые оборачиваете уже, собственно, этими итогами. И в чем будет суть, допустим, если... Вот, ну как вообще решаются ситуации, когда, допустим, new метод, там какой-то old метод, они дублицируют логику? Ну, я не совсем понимаю ситуацию, когда метод, который несет новый функционал, и метод, который несет старый функционал, дублируют друг друга. Если они переиспользуют какой-то еще общий для них функционал, и, допустим, вот внутри поведения с уже результатами этого функционала, то есть вот идет разное для старой фичи и для новой. Но... И тут вот поменяется эта общая точка. То есть она начнет себя вести как-то там неожиданно. Ну, опять-таки, если как бы это что-то новое, это тоже должно оборачиваться флагом. У нас на прод уже ушла новая фича, старая у нас свою отжила. Мы меняем что-то, у нас, естественно, меняется поведение той фичи, которая на продакшене. То есть они, смотрите, у нас... Да хорошо, давайте так попробую объяснить. Одновременная жизнь, совместная супружеская нового функционала и старого функционала должна быть максимально короткой. Хорошо, еще раз скажу. Конструкция if-else у нас в коде должна быть по возможности недолго. Вот во избежание вот этого. То есть это не остается в коде навсегда. Мы это отрелизили, мы убедились, что все с этим хорошо, мы старый функционал выкашиваем, наш код должен быть чистым. И у нас остался только новый функционал. А как же вот рекламируемая возможность в любое время, там, скажем, ну, то есть насколько вот адекватно оценивать вот этот период, когда нужно удалить туда? Потому что, насколько я вижу, допустим, там вот в больших проектах там релиз идет вообще спринт месяц, там условно, то есть каждый месяц там выкатывают новые фичи. Ну окей, ладно, релиз каждый день. Мы выкатываем там... Каждый день, грубо говоря, пусть работает команда из 4 девелоперов, выкатываем 4 фичи, которые с этими маркерами. То есть, окей, как бы мы уже услышали, что вариантов для тестирования, ну, действительно много, и, ну, не факт, что успеют протестировать все. То есть это может затягиваться, и эти фичи могут все-таки какой-то продолжительный срок существовать. В принципе, могут, да. Естественно, мы не должны релизить, то есть у нас не должно быть релизов, которые содержат включение этого флага на продакшене, флага для фичи, которая не была тестирована на всех нижних environments. Естественно, этого быть не должно. Какое-то время они действительно проживут вместе. То есть, я так понимаю, ситуация о багфиксинге каком-то идет, который затрагивает и то, и другое? Ну, вот представим нашу стандартную модель MVC. То есть, контроллер, окей, мы навесили на контроллере там методы, которые в сервисе дергают или новый метод, или старый. Ну, а, допустим, в каком-то из них вот по требованию есть, они переиспользуют те же какие-то support методы там или util методы. И, ну, условно, util метод поменяли, он для одного варианта еще как-то применим. А второй, ну, вообще дает результат, который уже красивый. Не там, не... Чтобы быть на одной волне, правильно я понимаю, что мы говорим о ситуации, когда до какого-то момента совместно используемый метод удовлетворял и новую, и старую фичу, а в какой-то момент после, скажем, какого-то багфикса он стал вот не подходить кому-то из них. Ну, придется, да, писать, наверное, вот отдельный, разносить логику. Да, да. Да. Ну, собственно, если... моя часть дальше. На самом деле, моя часть доклада закончена. Я еще раз хочу. Хочу по... Да, да, конечно. Я за. У моих друзей же столик заказан. Интересно все очень. А сколько вот на
вашем реальном проекте вы делали фич в день, ну, за релиз? Это первый вопрос. И второй вопрос, а почему сами создатели этого подхода не рекомендуют его использовать? Ну, давай начнем со второй части. Они не рекомендуют его использовать, потому что у него есть вполне очевидные минусы. Потому что это излишний функционал для этих всех флагов, их становится много, они разрастаются, код потом надо чистить. И они не рекомендуют его использовать. Они не рекомендуют его использовать, пока... Да, они не рекомендуют его использовать, пока классика не приносит слишком много оверхедов. Да, да, да. То есть, когда мы в классике уже завязли, когда мы мержим бранчи дольше, чем девелопим, как уже сегодня было сказано, вот тогда нам стоит попробовать раскорячиться вот так. Дима плюс я так понимаю, ответили на второй вопрос. Сколько фич в день? Смотрите, вот в моем, в том проекте, в котором я год, да, вот этот подход использовал, все-таки не было такого, что там, да, пофиксить паддинг на кнопке на продакшене – это новая фича. То есть фича все-таки называется что-то, что занимает дольше, чем спринт, как бы, да, по времени девелопмента. То есть были какие-то вещи, которые 3-4 дня разрабатывались, там какой-то там суперчат ребята писали месяц. Нет, ну смотри, не факт, что каждый релиз содержит как бы новую фичу. Естественно, был какой-то багфикс. То есть фича релизится, когда она готова и тестирована. Вот. То есть, ну, невозможно сказать какую-то статистику, что мы каждый день релизили 10 новых фич. Это какой-то суперпроект, я считаю. Нет, все-таки фича — это что-то достаточно более длительное. Это не багфикс. Ну, я не знаю, если в среднем брать, ну, наверное, вот именно вот фича-фича, релизилась готовность фичи, да, на продакшн выкладывалась, ну, наверное, раз в полторы недели. Но смысл-то в том, что на продакшн с этим подходом попадает частично готовая фича, которая посредством этого флага невидима для пользователя. И код всегда находится как бы в stable trunk, он никуда не теряется. И все хорошо с continuous integration и с тестами. И финальный штрих, как бы, да, фичи на продакшн, это ее включение. Когда мы убедились, что она полностью оттестирована, то есть и у нас какой-то очередной релиз содержит, возможно, bugfix плюс commit, в котором поменялась одна строчка. Это включение этого флага в property файле на продакшене. Окей, давайте... Наверное... А у меня еще вопрос есть. Еще вопрос? Да. Окей. Да. У нас тут просто еще вопрос от Алпай Кадзун ждет. У меня такой вопрос. Вот смотрите, если мы делаем релиз каждый день, так, у нас есть какой-то проект, который мы уже выпустили и дали заказчику, то как понять, на какой конкретно день нам нужно выпустить обновление, дать его заказчику, чтобы он обновил свой продукт? Мне везет с вопросами, которые я не понимаю. Ну вот смотрите, так, я, например, заказчик, так, вы разработчик. Так. Вы выпускаете релиз каждый день. Да. У меня уже есть продукция, да, вы ее выпустили, версия 1.0. Угу. И как понять мне, когда мне нужно установить обновление, если вы делаете релиз каждый день? Мне каждый день накатывать на мою прогу апдейты? Это проект, в котором я работал, это было веб-приложение, в котором никакие апдейты никому накатывать не надо. Код зашел на продакшн, он доступен всем. То есть такого вот таких ситуаций просто не бывает при таком подходе. Ну, хорошо, давайте опять-таки я буду переспрашивать. Правильно ли я понимаю, что, например, у нас есть какой-то application из там App Store, и мы вот такой подход используем там. И у меня такого опыта нет, я не знаю. Я использовал этот подход в веб-приложении, в котором, ну, собственно, то, что код на продакшене, уже означает апдейт всех пользователей нашего приложения. Ну и опять же, как бы небольшое уточнение. А если у нас есть версионируемый продукт, то какие релизы каждый день? Ну, вот, да. Нет, релизы каждый день — это исключительно уже подход какого-то энтерпрайза, который обслуживает каких-то клиентов в реальном времени. То есть это не версионируемый продукт, который доступен там для скачивания или в виде коробки. Ну, я бы добавил, зато прикинь, как хорошо с таким подходом, когда ты кому-то говоришь, что у нас версия 3.725. Это ж уважение вызывает. Вот, нам уже, вот наши коллеги намекают, что пора нам подмостки сего ресталища им уступать. Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что вот идея этого доклада у нас с Димой родилась, когда мы просто захотели нашим коллегам напомнить о том, что
Не надо привыкать вот к золотым стандартам сегодня. Жизнь меняется, и надо шагать ногу со временем и быть готовым измениться вместе с ним. Ну и опять же, как я говорил, это как бы к тому, что звучало в начале, что было золотым стандартом 10 лет назад, сегодня, в общем-то, уже очень деревянно. С другой стороны, любой проект золотых стандартов на самом деле немножко не существует. То есть всегда под каждую конкретную задачу, под каждый проект, под каждый environment мы должны любую книжную методологию адаптировать и выбирать то, что нам подходит. Собственно, так и здесь. То есть мы не можем сказать, юзайте только это, или там, юзайте фичер флаги всегда, юзайте бранчи всегда. Смотрите на свой проект и выбирайте из вариантов, которых вы, возможно, теперь знаете на один больше. Спасибо за внимание, вопросы и небезразличие. Следующий доклад. Теперь включен. Есть? Я не знаю, ребята представлялись, я в лучших традициях опоздал, поэтому я Егор, я девелопер, пишу на Java, вот всякие эти штуки, вот этот начальник, это тоже начальник, каждый второй начальник мой. Поэтому я сегодня буду говорить о каких-то таких более приземленных вещах, которые интересуют там джавистов on daily basis. Мы сегодня поговорим о Hibernate против JDBC, собственно, о том, как нам джавистам работать с базой. У Саши есть свое мнение, у меня есть свое мнение, каждый считает, что мнение другого как бы неправильное, и вообще вот я такой весь ништяк на коне, а он... Ну и опять же, каждый считает, что нету здесь какого-то идеального решения. То есть есть ситуации, где мы можем применять и одно, и второе, но нужно знать, где и что. Основной наш посыл будет, что мы посмотрим и на то, и придем к какому-то, ну, почти мировому соглашению, потому что мы иначе потом в пабе друг другу просто мордой побьем, и это будет неприятно. Я буду рассказывать про Hibernate, потому что Hibernate это круто, стильно, молодежно, а там JDBC Саша расскажет. Собственно, давайте поговорим о Hibernate. Hibernate в первую очередь нам нравится, потому что он удобен, потому что мы любим с ним работать, там GPL-ные репозитории, ништяк. Это все действительно удобно. Мы пишем мало бойлерплейта, потому что бойлерплейта нам и так приходится писать много. Мы его в данном случае пишем мало, и это нас очень радует. Соответственно, Hibernate нам дает просто офигеннейшие возможности по конфигурации. Мы можем настроить все, как хотим, и еще больше не понимаем вещей, которые мы можем настроить, и лезем их настраивать, и там чем-то это интересно иногда заканчивается. Hibernate дает нам кеширование из коробки, все-таки есть возможность подключить EHCache безболезненно, свое кеширование у него все-таки хоть какое-то есть, но в пределах сессии он нам всякие штуки полезные дает. Плюс автоматическое управление схемами баз данных. Приложение стартануло, оно проверило, а база в порядке, там никакой пьяный DBA ночью не пришел с отпуска и не решил, там, что вот не нужна нам таблица users, она меня давно бесила, потому что она сильно много места на диске съедает, поэтому выкосим ее. Приложение поднялось и сразу послало письмо начальнику этого админа, что, блин, Том опять, короче, набухался и все сломал. У нас есть один... Да, совершенно случайно. Это абсолютно не личная ненависть. Нам не нужно писать маппинги, это в принципе тоже как бы удобство в использовании, потому что я создал джавовый класс, я написал, что это entity, я сказал, что у него там есть какая-то связь, и все. И я не парюсь там писать там здоровенные XML и городить что-то еще. Не, мы можем, конечно, все знают, что XML для хибера есть, но я его не рекомендую использовать, как бы, ну, уже 2016 год вроде как, и мы тут все крутые программисты, наверное, не знаю. Маппинги мы не пишем, соответственно, нас это очень спасает. То есть мы не пишем еще методы, которые мапят нашу базу на объекты. То есть если у меня есть сущность, которой 30 полей, ну вот у меня такой enterprise, то я сижу и пишу код, который там достает по одному критерию, все 30 полей заполняет, еще какая-то ерунда. И такого кода очень много, и он однотипный, и это реально бесит. Поэтому мне это не интересно. Я хочу заниматься чем-то, жить хочу, а не писать маппинги. Hibernate дает нам возможность использовать lazy loading. Как бы это тоже очень полезная фигня, потому что, ну, не всегда мне для того, чтобы сосчитать количество дочерних сущностей, надо вытаскивать все эти сущности.
То есть, не, ну я, конечно, как бы мог сделать каунт, но вдруг мне надо будет что-то посмотреть. Там я хочу каждую третью сущность потыкать. Так что Hibernate дает нам такую возможность. Связи между сущностями мы можем прямо в коде прописать. One to many, мы говорим, кто хозяин связи, едем дальше, гибко это все настраиваем. Нас это очень радует, и мы там не городим какой-то дурдом. А опять же, если мы полностью всю нашу структуру базы написали в коде, а потом Хибер нам сгенерил под эту схему оптимальную с его точки зрения, блин, ну это вообще шара. Ты пишешь, что ты там 12 часов занимаешься поднятием базы, ты 8 часов сидишь, Игру престолов смотришь. Это очень удобно, я считаю. А, вот. Hibernate Query Language. Так уж иногда повелось, что заказчикам бьет там, не знаю, моча в голову или приходит новый админ и говорит, а вы что, MySQL юзаете? Небось, Community Edition? Не, мы будем Postgres юзать. Или приходит там евангелист Oracle, говорит, Oracle, значит, DB, все, вот, короче. Если мы тратим кучу бабок, юзаем Oracle. Ты у себя диалект в коде поменял, и тебе пофиг, какая база. У теперь у тебя Oracle. И играть в... и опять Игра престолов, да. А как бы hourly pay, все дела, там, ну, вы понимаете. И unchecked exceptions. Ну, бесит меня, что GDBC заставляет меня везде эти EO эксепшены ловить, SQL Grammar эксепшены и прочее барахло. Но я не хочу писать, блин, в этих методах, вот, которые мапят и прочее, и обрабатывать там эти ошибки. Вдруг мне нужно обрабатывать это где-то, ну, допустим, на контроллере. Ну, вот есть у меня такое задание, мне надо на контроллере это обрабатывать. Или в сервис-лейере я хочу обрабатывать. Или у меня есть вообще отдельный слой, который чисто обработкой ошибок занимается. Мне такой подход подходит больше. И ведь unchecked exceptions, они меня раздражают, очень есть... такое мнение, что unchecked exceptions это бич вот той же Java, и вообще это плохо, и в нормальных языках программирования есть только runtime exception, и они как-то себе хорошо живут, и даже так, программистам на этих языках деньги платят, вроде даже больше, чем джавистам. Не знаю почему. Потому что, наверное, видимо, заказчики знают, что полвремени, полдня эти чуваки сидят и exception обрабатывают вот эти с JDBC. Поэтому я считаю, что Hibber это хорошо. Давай, я не динозавр. Скажи что-нибудь. То есть очень мало. А кто использует JDBC? Вот. Осознанно, осознанно. Отлично, тогда в большинстве. Хорошо. Ну, прежде чем я перейду к плюсам JDBC, я бы хотел сначала глянуть на эти преимущества с другой стороны. Первое. Удобство использования. Ну, это да. Тут не поспоришь. Есть удобство, и это очень круто. Объемная конфигурируемость. Ну, блин, JDBC вообще нету этой конфигурируемости. И мы как-то работаем, ты просто берешь его и просто пишешь. То есть тебе не нужно писать тонны каких-то конфигураций, читать документации, допускать ошибок и так далее. Кеширование из коробки. Мое мнение, кеширование это очень стрёмная вещь. Объясню почему. Потому что, во-первых, используя Hibernate, используя кеширование, нужно понимать, какие виды кеширования есть, как они между собой взаимодействуют, какие у них есть проблемы, какие у них есть не проблемы. И я, например, сейчас, я не могу быть уверен на 100% в том, что объект, который я получаю из кеша, он на 100% свежий и соответствует последним данным. То есть он может быть какой-то 10-минутной давности, и это будет нехорошо в некоторых ситуациях. Автоматическое управление схемами БД. То есть здесь ты имеешь в виду, что он создает таблицу сам. Ну и верифай. Да? Окей. На самом деле я не могу довериться полностью Hibernate, что он построит за меня правильно таблицу. Например, есть ситуация, которая иногда происходит, когда мы пишем связь один ко многим. Hibernate может создать вместо двух таблиц, может создать три. То есть третья будет таблица связка, которая будет связывать ID первого и второго. Такое происходит. И я, например, сделал бы две таблицы и просто воспользовался foreign key, и все. Вот. На самом деле, скорее, пункт объемная конфигурируемость. То есть он это так делает, если его там чуть-чуть не так сконфигурить. Не уверен в этом. Даже если правильно сконфигурить его, то, возможно, он неправильно это все построит. Ладно, интересно было бы увидеть кейс. Нет, если есть кто-то против, можно подключаться прямо в процессе, чтобы оспорить это. Окей, едем дальше. По поводу не нужно писать маппинги, да, это круто. Здесь ничем не покроешь. Lazy loading.
Это вроде бы хорошо. Эта фича была придумана для того, чтобы все стало еще круче, чем есть у Хибера. Но скажите, кто знаком с проблемой Хибернейта N+1? Вот. Да. А те, кто не знаком, да, я сейчас объясню. Значит, представьте ситуацию. У нас есть сущность, у которой есть список дочерних сущностей. То есть, представим, у нас есть юзеры, у нас есть группы, и у группы есть много юзеров. Вот. Мы для того, чтобы не тащить большое количество юзеров, ставим на юзеров в сущность группу lazy инициализацию. То есть мы ее сразу не тащим с базы, не инициализируем. И потом у нас следующая ситуация. Мы достаем все группы из базы, список групп. И после этого мы хотим получить в цикле, итерируясь по этим группам, список всех пользователей. И что-то с ними сделать. Хибер на каждый из список пользователей каждой группы, он пойдет в базу и будет оттуда вытаскивать. В результате что мы получаем? Мы получаем один. Это когда мы получаем список групп. И N – это количество этих групп, и для каждого он будет вытаскивать пользователей своих. Конфигурации? Да, я просто как бы здесь на самом деле то, что называется «Баба-Яга в тылу врага». Okay. Вот, потому что мое знакомство с Java было последний раз где-то в году 2008, и потом я перестал делать Java за деньги. N-Hibernate, как бы да, есть такая подделка, как бы, но все равно есть вещи намного лучше N-Hibernate, по крайней мере для .NET. И я вот немножко удивлен, неужели нету никакой возможности сказать ему, что да, вот на этих сущностях у меня висит lazy loading, окей, пускай, но конкретно вот сейчас я хочу его отключить для этого запроса и вытянуть сразу и группы, и юзеров. Просто, например, для .NET более такой распространенный ORM – это Entity Framework, и он умеет там такое делать. То есть как бы сама концепция в теории не нова. Вот неужели у Hibernate нечем ответить? Я могу сейчас я отвечу, потом Егор свою защиту. Возможность избежать этого есть. Первое, это нужно думать. Нужно понимать. Это сложно чаще всего. Где ты используешь Lady Loin? Еще «Игру престолов» не досмотрел. Думать еще. Второе, в таких местах, где мы можем столкнуться с такой проблемой, мы можем просто для инициализации списков дочерних объектов использовать fetching. Join fetch. Это если HQL. И left outer join это если мы делаем обычный SQL. То есть, а просто так вот сказать Хиберу, что чувак, будь вот здесь вот осторожен, не допусти нам ошибки, так нельзя, к сожалению. Да, так теряет. И ты не сказал, собственно, самый такой вариант, который, мне кажется, должен твою душу греть больше всего. Нужно для таких случаев писать нативные запросы. Да, я еще к этому дойду. Связи между сущностями прямо в коде. Ну да, там, где их много, это хорошо. Окей. Теперь HQL. Во-первых, очень часто бывает так, что одного HQL много. Недостаточно. И нам очень часто приходится писать тот же SQL. То есть HQL это не панацея. Если Егор говорил, что пришел завтра дядя Вася и сказал, что мы переезжаем с Postgres на MySQL и достаточно просто поменять диалект, то это не так на самом деле, потому что у нас в любом случае в хорошем проекте, в большом проекте, будут случаи, где у нас есть не HQL, а где у нас обычные SQL. Их нужно будет править, и это тоже займет много времени. Поэтому такое. И вот мы дошли до Unchecked Exception, обрабатываю где хочу. Ну, может, это круто, конечно, но с другой стороны, мне кажется, намного надежнее, когда ты обрабатываешь там, где ты их должен обрабатывать. То есть в случае с JDBC он тебе говорит, что нужно обработать, ты их обрабатываешь. То есть ты не забудешь это сделать точно. Как это называется, он поет мою песенку, я же полагаю JDBC, если что.
И на самом деле, вот ты говоришь, хорошо, что Unchecked Exception, да ладно, лучше пусть будут Checked. Я бы сказал, что мне очень нравится Unchecked Exception, но такие же GDBC темплейты у Spring. Берешь его, он тебе заворачивает все эксепшены в Unchecked и предоставляет тот же, еще connection за тебя открывает-закрывает. А ты только пишешь голый GDBC код. Вот это у меня был праздник. До тех пор, пока не пришлось маппинги писать, правда, несколько дней там непрерывно. Вот. Да, мне бы пригодился выделенный микрофон, но уже в следующий раз. Я бы хотел немножко вернуться вот к HQL. Просто у нас, да, у православных тоже есть похожая штука. Да, конечно, часто бывает такое, что в проекте и вправду есть какие-то куски кода, которые там приходится вставлять нативные SQL и так дальше. Но ведь его намного меньше. Его там, ну пускай 10%. То есть ты можешь 90% мигрировать просто тем, что поменяешь там какой-то драйвер, и тебе останется перепилить оставшиеся 10. Это все равно меньше работы, чем если бы тебе пришлось переколбасить весь Data Access Layer. Согласен. Но иногда это бывает 30%, и это все равно оно 30% присутствует. 30% все равно меньше, чем 100%. Конечно, меньше. Я не говорю, что это вообще фуфло. Понимаешь? В этом что-то есть. Но в любом случае, просто поменять диалект, этого мало. То есть тебе все равно придется поработать, найти и изменить SQL-запрос. Ну, в принципе, как-то так, да. Да, и еще по поводу SQL, ты напомнил. Насколько я знаю, он ограниченный. То есть, по-моему, там нету Union. А кто использует Union? А кто использует? Использует Union иногда очень нужно. Раз, два. Я использую. Три. Нифига себе. И не на проекте. Переходите на дот. Так, теперь давайте перейдем к GDBC. Я хочу сразу сказать, что здесь я подразумеваю как чистый GDBC, так и GDBC template, который Spring предлагает. И я, наверное, 30%, когда я использовал чистый GDBC осознанно, и 70%, когда я использовал Spring GDBC template. Вот. Какие преимущества здесь? Во-первых, это производительность. Это, ну, она больше. И объясню почему. Если кто не знает, Hibernate использует тоже GDBC и просто сверху, наверное, цепляет свой функционал и все свои очень интересные плюшки. Вот. И, как мы знаем, существуют проекты, которые, задача которых в первую очередь выдерживать очень много реквестов там, в секунду. И производительность таких проектов должна быть очень большая. И я вот считаю, что в таких случаях как раз использование GDBC будет более выгодно, чем использование Hibernate. Вот. Следующее – это низкий порог вхождения. Возможно, я в последнее время очень много работаю с начинающими разработчиками, и это, наверное, как-то отразилось на моем отношении к Hibernate. Но у Hibernate очень большой порог вхождения. То есть, если ты решил использовать Hibernate, ты должен быть уверен на 100%, что ты понимаешь, как он работает. Ты должен прочитать документацию, ты должен просидеть с дебагом много времени. И только тогда ты уже сможешь использовать в боевом каком-то проекте свой Hibernate. GDBC позволяет просто взять и писать, да. По поводу порога вхождения. Да. Вот человек скачал себе Hibernate, да, создал сущности, сказал ему, что мы используем эти сущности в этой сессии. Оно создало ему саму базу, он даже не знает, что такое таблица, но он уже может с ним работать. А если мы используем GDBC, нам нужно знать SQL синтаксис, знать, что такое таблица, знать, что такое primary key и так дальше. А Hibernate у нас это все сам создаст. Ну, во-первых, просто скачал Hibernate и использует, это как-то так странно сказано. Во-первых, да, во-первых, ты должен его настроить. Во-вторых, ты должен, используя Hibernate, да нет, а что там настраивать? Ты диалект написал, написал креды, адрес базы и все, и просто пили. Ну такое, парни. Сомнительный, сомнительный. Не-не, стоп. Случайно нету людей в аудитории, которые работают в приватбанке программистами? Вот, вот они... Вот есть такая картинка, фигак-фигак и в продакшн. Вот он смотрит, о, Hibernate, да, база, да, делай, да, работай. Stack Overflow, Ctrl-C, Ctrl-V, начальники я сделал. А потом...
Stack Overflow Driven Development, есть плагин офигенный для Chrome, у тебя JavaScript Exception вылетел, у тебя сразу на Stack Overflow отправляется эта проблема. Вот они, наверное, так же делают. Вот они думают просто так же, а что тут Hibernate? Скачал, создал Entity и все, базу он за тебя создал, поехали. Да, а по поводу синтаксиса SQL, ну, мне кажется, несерьезно начинать, ну, качать себе хибер в проект, там, писать проект, не зная синтаксиса SQL. То есть это должно быть, должно присутствовать. Дальше. Минимальная конфигурация. Это то, что я ответил вот на вопрос человека в синей футболке. Она действительно минимальная. Мы указываем драйвер, мы указываем адрес к базе, мы указываем логин и пароль, и все. И больше никаких конфигураций. Ты видел конфиги Хибера? И ничем не отличается? И опять же, ты должен смотреть, где тебе использовать lazy, где тебе использовать не lazy. Ну, то есть нюансов на самом деле очень много. И это совсем не минимальная конфигурация. То есть моя точка зрения, что используя Hibernate, ты должен больше конфигурить, больше включать мозг, и это влияет на то, как ты строишь свой проект. То есть здесь все проще. Стоит еще заметить, что если мы говорим, когда у нас GPA-репозиторий и Hiber как реализация, тогда вообще клево. Тогда прям даже код писать не надо. Ты пишешь, что интерфейс extends крат репозиторий, и все. Вот это реально клево. Тут, вот если ты говоришь об этом, то тут да. Тут даже JDBC с его минимальной конфигурацией, это долго, это сложно. Это... Ты должен защищать Hibernate. Я сказал, да? Hiber с Окей. Окей. Дальше. Отсутствие механических механизмов за кулисами. Ну. Вы вчера это просто 12 ночи писали. Магических тоже. Почему? Магических это абсолютно оправдано. О чем здесь говорится? О том, что всем известно, что Hiber это open source, и очень часто парни писали там ужасные вещи. И очень часто мы от Hiber получаем какой-то метод, который говорит, вот сделай мне это, и этот метод делает. Мы получаем то, что мы хотим. Но на самом деле мы не понимаем, что происходит под капотом этого метода. И очень часто это приводит к каким-то ошибкам и очень плохим последствиям потом. Потому что человек, который не знает, что там делается, он думает, что там делается какая-то магия. И он очень доволен, он получил то, что он хотел, но потом эта магия его наказала. То есть у GBC все понятно. Вот. И последний преимущество – это отсутствие лишних запросов. Когда ты используешь JDBC, ты уверен на 100%, что количество фактических запросов в базу данных всегда соответствует количеству запросов ожидаемых, которые ты написал. В случае с Hibernate у нас все по-другому, потому что Hibernate решает все за вас, когда ему делать запросы, когда ему не делать, делать их сразу или делать им позже. И опять же та проблема, когда я писал с N+1. И вот еще один случай. Если у нас... Сейчас я вам скажу. Нет, не скажу, я забыл. Есть еще один случай, когда у нас Hibernate вместо одного возможного запроса, который мы могли бы написать в JDBC, делает много запросов в базу данных сам, без нашего ведома. И я вспомнил этот пример. Например, у нас есть список сотрудников, и мы хотим этим сотрудникам поменять заработную плату, повысить ее, например. Повысить. Если мы в цикле будем этим объектом делать ресет зарплаты, Hibernate для того, чтобы записать эти данные в базу данных, он сделает N запросов, и для каждого объекта он сделает отдельную запись.
что взять просто N транзакций, там даже к одной это длится, и как-то залупить их каким-то бэчем. Вот неужели Kubernetes не предлагает ничего такого в контексте вот работы с бэчем? Насколько я знаю, нет. А у тебя какая информация? Ну, батчинг же у нас все равно существует, и в некой мере его можно настраивать, но вот в Кибере так повелось. Для того, чтобы настроить в Кибернете батчинг, надо позаниматься. Приемлемый для тебя батчинг, который в данной конкретной ситуации будет работать. А вот в соседнем методе он уже будет прям вообще прям, ну нет, не подходить. Хорошо. Так, ну так себе не очень. Да, тогда у меня другой вопрос. Как, вот я сделал какие-то изменения в модели того же Хибернейта, да? Хибернейт сам принимает решение, когда ему эти изменения отразить на базе данных. Или он ждет какой-то от моей команды. То есть, грубо говоря, я взял какую-то сущность, поменял какое-то одно поле. Хибернейт увидел, допустим, да, что вот поменялась property и сказал: так, пацаны, я пошел и обновлюсь. Или же он ждет от меня, пока я там поменяю все, что мне надо, и потом вызову там отдельно метод save там, или что-то такое похожее. Отвечай. Значит, ситуация следующая. Мы в, это, в принципе, конфигурируется. Значит, мы можем сделать несколько, ну, у нас несколько вариантов. Хибернейт, когда увидел эти изменения, допустим, мы хотели расширить одну сущность, мы поменяли код, поменяли всю бизнес-логику на контроллере, поменяли на UI, поменяли, везде поменяли, прорекламировали бизнесам, задеплоили, и Хибернейт смотрит такой: ага, вот у меня есть таблица, и вот у меня есть сущность, и одно другому не соответствует. Есть два варианта. В зависимости от того, как настроен хибер, оно или упадет, не два, больше вариантов, или упадет, или прокричит, что вот все плохо, не упадет, и будет при попытке работать с этой сущностью постоянно падать. Либо оно пойдет и поменяет все, что ему нужно. Либо у вас DBA есть в проекте? У меня не было проекта, ну, неважно. То есть, как бы у тебя есть или изменение хуже. Структуры базы. Что? Или хуже. У тебя есть изменение структуры базы, и, ну, я иногда сложно это понять, но да, я часто вижу проекты, на которых нету DBA-ев, либо там, может, база маленькая, и это никому не надо, но вот у нас, например, этих DBA-ев два, один из них мудак, я уже об этом упоминал, и любое изменение... А второй лентяй, но очень клевый дядька. Он клевый дядька, потому что я с ним пил. И получается, что любое изменение схемы базы данных у вас согласовывается с DBA-ями обычно. Это больше к тому, что вот Дима у нас любит рассказывать там процесс, как тикеты напиливать и прочие штуки, но вообще это должно быть согласовываться с тем, кто главный по базе, но если с механической точки зрения, как вот нам, как программистам, хибер умеет и так, и так, и упасть. Да, тогда сейчас я как бы пройдусь по своему списку. У меня еще вопрос, значит... У меня еще вопрос про Хибернейт. Хорошо, если Хибернейт в состоянии там сам определить, что вот поменялась сущность, нужно как-то поменять таблицу, он ведет какую-то вот именно контроль версионности базы? Или нет? То есть, грубо говоря, если я потом откачусь в коде там на 12 коммитов назад, вот, и захочу поднять базу соответствующей версии, он в состоянии будет одуплиться? Хибернейт — это ORM фреймворк. Знаешь, такой Liquibase? Вот Liquibase — это не Хибернейт. Хибер — это ORM фреймворк. Он видит сущность, видит таблицу и может попытаться что-то с ней сделать. Но если происходит вот такая ситуация, нет. Это не... Но для этого есть Liquibase и мудак DBA. Да, я тоже уже устал ходить. Просто вопрос был вот именно в том, скажем так, что мне может, какие задачи поможет решить Хибернейт, если вот, скажем так, я захочу его использовать. То есть, где я могу его применить, какой скоп. А мы дойдем до этого. А, мы до этого дойдем. Мы дойдем. Так. Это не последний слайд. Да. Скажи, Егор, вот я там немножко копался, да, в недрах этого монстра, вот, которого ты рекламируешь. Вот я тебе не верю. Вот что там с dirty checking внутри? Вот как оно работает? Вот почему я должен доверять? Смотри, я готовился к твоему вот этому холиварному докладу, я зашел на сайт этой дряни. Знаешь, сколько открытых issue там?
2031, друг мой. Больше, чем у нас в проекте. Вот как это использовать? Что ты людям предлагаешь? Посовестился бы, отвечай. Я отвечу, дай мне клинок правосудия. Отвечу я следующим. А вот не надо пихать все, что вам нравится, туда, куда... Возможно, не понравится тому, кому вы пихаете. Значит, как бы, нужно выбирать то, что подходит в данной текущей ситуации. Если это большой проект, в нем огромное количество сущностей и связей между ними, и вы готовы пожертвовать, а, перформансом, б, опенсорсом, это ж баги, потому что дядя Вася из соседнего подъезда, я знаю, у него там certified Linux developer, он там и ядро иногда меняет, там и в Spring их коммитит, и там в Хибер подшаманивает, и вообще он там... Вот Java Melody, комментарии все на французском, оно на GitHub, вот такое, куча звездочек. Выбирайте под свои нужды. Идите, то есть вы идете осознанно на какой-то риск, когда используете что-то ради чего-то. Вы получаете выгоду в сэкономленном времени, там, в каких-то фичах, удобстве, еще что-то, но вы чем-то все-таки жертвуете. В данном конкретном случае Hibernate это а, перформанс, б, наличие магии, в, наличие очень плохой магии. Это написано даже отдельным пунктом, что это самое. Баги open source были, есть и будут есть. Так что вот давай, Сань, по второму. Я еще хотел добавить кое-что по «Дай мне клинок правосудия». По вот этому последнему пункту, по поводу контроля запросов в базу данных. Чем это может быть чревато? У нас на одном из проектов недавно была ситуация, когда мы не уследили подобную ситуацию, именно ошибку N плюс 1. И не мы допустили эту ошибку. Мы просто заюзали функционал, который уже был реализован в проекте, но, к сожалению, не прокопали глубже, не посмотрели, что там такое может быть. И когда мы отрелизились, через часа три наша база приуныла, потому что количество запросов выросло до такой степени, что вроде бы все хорошо, но что-то приуныло и все. Вот, поэтому здесь нужно быть осторожным. По поводу второго пункта маленьких проектов, я считаю, что если у вас есть маленький проект, то есть проект, в котором не очень много сущностей, в этом проекте лучше реализовать JDBC. То есть это будет, наверное, проще, и нет смысла тянуть в этот маленький проект такого большого монстра. Но все же выбор ложится на ваши плечи, потому что если вы гуру Хибера, если вы очень хотите, у вас есть возможность это реализовать, то go ahead. Вот. По поводу маппинга больших проектов. Егор уже затронул. Баги мы тоже затронули, их много. Это вытекающие из второго и третьего. Маленьким проектам вряд ли нужен ORM. То есть Object Relational Mapping это хорошо, но если у тебя есть Raspberry, на которой висит датчик температуры, и ты раз в минуту пишешь температуру в базу, одна табличка, ну тащить туда ORM фреймворк большой, который будет менеджить аж целую одну сущность с двумя полями из ноль записей, то это как-то, ну все знают то. Поэтому у меня есть пэт-проект, в котором две сущности, между ними связь один ко многим, и там есть Hibernate, потому что я упоролся, потому что мне надо было, чтобы оно работало прямо сейчас. И в идеале его, конечно, переписать на JDBC, потому что приложение на Spring на моей Raspberry 2 стартует 30 секунд. Это долго, я считаю. Вот. Поэтому не всем приложениям нужен ORM. И как бы, если вам действительно нужно, и вы знаете, на что вы идете, то есть тут еще такой момент, если вопросы как бы из .NET прилетают, я с этим всем не работал, но это же мапится на любой другой язык и на любую другую, то есть название фреймворков меняем, то есть у тебя есть Entity Framework, и ты там просто какую-нибудь делаешь нативную, скажем, штуку, ее юзаешь, это быстро, это клево, это... То есть, ну, те же яйца. Да, я просто, если можно, дам комментарий, вот супер. Я бы просто поступал каким образом? Вот с моей экспертизы, да? Как раз наоборот, для маленьких проектов обычно используется что-то, что позволяет тебе, вот как ты сам сказал, вуаля, вуаля, и в продакшн.
Потому что проект маленький, денег нету, надо как бы сделать там за сегодня, за вечер и завтра зарелизить, потому что клиент больше не заплатит. Но потом, если у тебя проект большой, то ты начинаешь брать какие-то части, там, которые тормозят там, или работают как-то неоптимально, и их уже откатывать и переписывать там, на какой-то нативный тот же SQL. Вот обычно у нас оно происходит таким образом. Большой проект не обязательно быстрый проект. У нас проект огромен, он медленный. Не всем проектам нужен такой звезданутый перформанс. Вот у нас веб application. Ну, подождет клиент секунду, пока страничка грузится. Но все равно пока будет тянуть все эти статические ресурсы с CDN, как бы бэкэнд отработает себе и выплюнет то, что нам надо. А писать маппинги, сидеть просто и писать маппинги, и сын родился, а я маппинги пишу, и сын в школу пошел, а я маппинги пишу, и я маппинги дописал. Но меня уже не суть, понимаешь? Все. Я такой, закрытый, и меня закопали. Поэтому как бы, я вроде еще... Есть, давайте вопросы можно тоже задавать, потому что мы их друг другу часто задаем. А давайте еще, пока мы не дошли до вопросов, я вспомнил, я хотел еще кое-что рассказать. Давайте, пока мы не дошли, не задавайте. У меня недавно коллеги на одном из своих проектов столкнулись с одной очень странной штукой Хибера, с его большим недостатком. Как оказалось, у Хибера есть кэш плана разборов запросов, query. И ситуации, когда у нас есть подобный запрос, select звездочка там from какой-то таблицы, где, например, ID, in и в списке вы передаете на вход лист, то вот каждый раз, когда такой запрос будет приходить в Хибер, он каждый раз это будет кэшировать в этом своем кэше в стринге. И у ребят было такое место, где списки эти, которые им подавались, они были очень большими. Там было их по 100, по 150 даже заходило. И метод этот юзался тоже очень часто. И они дошли до того, что у них этот кэш плана разбора query вырастал до 5 гигабайт. То есть он жрал всю память. И, к сожалению, это не документируется в Хибернете. Я даже не слышал о баге таком. И прямо вот фича, так вот, значит. Да, фича. И прямо вот так вот взять и исправить это не получается. То есть ребята выкрутились, они очень долго гуглили, очень долго читали доки. Они нашли какой-то параметр, который можно подкрутить, и вот этот вот кэш уменьшить. И только это помогло вот спасти проект. Да. А теперь можно вопросы задавать. Если вопросов нет, то за сим откланяемся. Тема, она как бы холиварная, но я же говорю, опять же, тут главным как бы подход является, то есть либо вы используете какой-то тяжеловесный ORM фреймворк, но даже не обязательно фреймворки для работы с базой. Тут все что угодно. Либо вы используете что-то большое, удобное, highly configurable, но оно тяжелое и куча накладных расходов, либо вы используете что-то маленькое, быстрое, да, больше кода писать, но если вам важен перформанс, и важно, чтобы вот. Вот у меня есть коллега. Он ездит исключительно на механике. Вот у него бзик. Он ездит только на механике. У меня автомат. И мне надо нажать и поехать. А ему надо не пожать, ему надо сидеть и вот так. И это ему нравится. Мне времени нет. Мне надо сидеть кинцо смотреть с бортовой системы в пробке. Поэтому тут на вкус и цвет как бы мастеры разные. И я бы хотел завершить... Не будем про машины, Дима, потом. И я бы хотел это завершить, чтобы вы вдруг неправильно не поняли. GDBC это не, я повторюсь, не самое лучшее решение, я имею в виду какое-то уникальное решение. И все же учите Хибер, это очень круто, и есть места, где он очень упрощает жизнь. То есть его надо знать. Да, вот. То есть вторая часть это один на всех и все на одного. То есть тут посмотрим, что из этого выйдет, кто выживет. Это, собственно, наиболее такая опасная, не то чтобы тема, а наиболее опасный формат, но наиболее часто встречающийся. Это когда development, вообще любые участники, которые вот тот Вася с лопатой на картинке, помните, да, менеджер такой-то, менеджер такой-то, менеджер такой-то, менеджер такой-то и Вася внизу копает.
Вот когда Вася пытается понять, что в голове у менеджера, который ему указывает, что ему делать. Как копать. Да, и как они пытаются найти общий язык или, в общем, опять же, там побить друг друга. Ну вот, собственно, попытаемся побить Костю или найти самопонимание. Да. Сразу скажу, небольшая ремарка в том, что все, в общем, о чем мы сегодня будем говорить и стараться немножечко конфликтовать, это кумулятивный такой результат одного проекта, за который я нарастил критическую массу, и я надеюсь всех их уложить. Вы будете считать счет, то есть кто, в общем, победил в этой схватке. Вот. Коснемся мы различных тем, постараемся недолго. Вот. Но anyway, давайте же начнем эту священную битву. Итак, понятно, что есть вот такой вот момент. Что же ты мне скажешь на этот вот счет? Я от имени девелопмента скажу, что за нах. Потому как жил себе проект, жили себе девелоперы, у них были тикеты в жире. Они их тягали по статусам. Ну, начал работать, перетащил тикеты из туду в девелопмент. Поработал, перетащил из девелопмент в код-ревью. Поревьюили тебе его, там вернули назад, не вернули, все понятно. Дал его, привел его в статус интестинг. К ней его потестили, перевели из интестинг в UAT. Дальше, как повезет, допинались до заказчика. В общем, UAT прошел, все хорошо. UAT не прошел, вернули опять в туду и погнали дальше. Ну, вроде все нормально. Значит, начиная с какой-то там недели, приходят, значит, к нам высочайшее повеление о том, что теперь каждый тикет все равно тягается по этим статусам, но под каждым тикетом, который эстимейтится в сторипойнтах. У нас обязательно создается минимум два саптаска на development и на QA, возможно, больше. Каждый из них еще и оценивается ремейнинг эстимейтом в часах зачем-то. И каждый из этих саптасков гоняется еще по своему статусу. Верни взад. Ты уже сказал. И каждый из них еще гоняется по своему статусу просто started progress, там, to do in progress done. То есть мы должны... То есть ты девелопер. Да, классно. Вам может классно. А девелоперу это реально вдвое больше таскать. Он постоянно забывает это делать. И он должен два, блин, разных эстимейта ставить. Ну, короче, задал бывает. Достает тебе это, да? Ну, как девелопера достает, потому что много лишних действий. А почему ты задаешь вопрос? Джирабурт неудобный. Я пришел тебе и сказал, вот так нужно делать, в чем проблема? Эфемерное счастье. Помнишь, заполнило медом эфир, славя праздник большого труда, непонятного смысла своим, как Белый Шевчук. На самом деле, ко мне пришел продукт-оунер и говорит, Костя говорит, ну я вот не вижу, что вы там делаете вообще. Вот твои девелоперы, говорит, вот они взяли эту задачу, они ее канифолят там уже третью неделю, говорит, когда мы это будем релизить. Я говорю, ну, я же менеджер, говорю, ну, тренд, говорю. We have deeply comprehensive process. I think you understand that. То есть я думаю, что ты это понимаешь. Сейчас я пойду к моему коллеге, и я с ним поговорю, что же мы в этом случае можем сделать. Он говорит, ну, ты иди, говорит, но у меня есть идея. Мне нужна гранулярность в жире. Достаточно до того уровня, чтобы я видел, как задачи, в общем, ходят параллельно с основным таском. У вас же есть там разные, да, правильно, подзадачи. То есть, когда мы там, например, пилим какую-то фичу, под ней там сделать там, например, какой-то рефакторинг, подготовить там какую-то там код-базу, еще чего. Вот я все это хочу видеть, потому что мне нужна предсказуемость. Я ему говорю, ну ладно, пойду я держать, в общем, удар от моих коллег. Думаю, как же выбрать этот момент? Думаю, о, понедельник хороший. Как раз отдохнули, приду, обрадую. Вот, у нас даже родился проектный мем на эту тему. Ну что за проект? Приходишь утром, все хорошо, вечером все, вы поняли, додумайте. Вот, и, собственно, я решил их так обрадовать. Прихожу и говорю, ребята, теперь у нас будет вот такая гранулярность. Сразу начнем, с утра. Начнем с того, что это будет два саптаска. Ну вот, чтобы нашему продукт-оунеру было понятно, что это QA-работа, это development-работа. Ну все, в общем, повозмущались. Сказали, все, ты нас больше не любишь, в общем, и ушли. Вот. С этим процессом мы живем уже где-то больше месяца. Говорят, что выживает. Значит, к чему я пытаюсь это свести? Предсказуемость действительно усилилась. То есть Product Owner действительно видит, ага, здесь осталось, в общем, 3 дня девелопменту, а здесь он обновил ему 2 дня, осталось отлично, значит, мы в спринте идем хорошо.
И на бердауне это классно видно. То есть чарты отличные. Вот. И мой поинт, что я прихожу к тренду, он говорит, как у вас дела? Говорю, ну давай откроем свимлейн и, говорю, посмотрим. Вот эти таски в таком-то статусе. Вот development уже практически подходит к завершению, ему осталось 4 часа. Он говорит, отлично. А вот здесь смотри, у нас здесь спайк. То есть изначально мы думали, что это один день, сейчас это два. Он говорит, ну окей, бывает, мы в принципе из корреляции не выбиваемся. Говорит, ну все, молодцы, ребята работают, все хорошо. И для меня это очень отличная аргументация, потому что я могу ему в деталях показать, как моя команда успевает или не успевает, и аргументировать это. И на каком этапе, что самое важное. Потому что для продукт-оунера, да, все, это все development команда. Он не разделяет там QA или не QA. То есть мы с менеджерской точки зрения ему стараемся объяснить, что это все различные процессы. И для того, чтобы твою фичу заделиверить, она должна пройти все, в общем, круги ада. А не с каждым человеком это возможно. Благо наш хороший. Вот что я имею тебе сказать на этот счет. И я могу вас спокойно перед ним защитить. Ну, скажем, особенно после митинга, где тебя не было, а я остался, и он сказал, а давай теперь посмотрим на бердаун. Как меня не было на митингах? Я всегда с вами, даже ментально. Я вам процесс построил. Вот, может, значит, даже твое ментальное присутствие мне нашептало, но когда я открыл бердаун и увидел там реальные ремейдинги, я, конечно, начал понимать, что происходит, потому что, когда мы стимейтили тикеты в сторипоинтах и не ставили ремейдинги с тиммейтом вообще, то бердаун у нас, в общем, отображал, какие тикеты завершены. Сколько тикетов осталось сделать, а не сколько реальной работы осталось. И тут, конечно, возразить, пожалуй, не выходит. Считайте, это 1-0. Плюс-минус. До этого дойдем. У нас диктаторская демократия. Во время первого вопроса я, наверное, поучаствую за команду Димы, поскольку все-таки мой опыт в разработке больше, чем в управлении. Но это бывает. Да. Это бывает, но это с возрастом проходит. Через год, я думаю, ты будешь. Да, поэтому у меня вопрос вот следующий. Смотри, хорошо, у нас есть, значит, тикет. У нас есть у него два саптаска. Там Dev и QA. Да. Да? Значит, Dev у нас перешел в статус завершена. Да. QA перешел в статус in progress. В каком статусе основной тикет? Основной тикет в статусе in testing. То есть... Development работа формально заканчивается hand-off'ом к QA-команде. Правильно, и у меня, собственно, вопрос. У тебя, получается, вот эти как бы два артефакта, которые появились, да. От них понту вообще, ну, я, по крайней мере, не вижу. То есть можно было точно так же насоздавать просто больше статусов, так. Да, и вот тягать по этим статусам. То есть у тебя большой тикет был в состоянии new, потом перешел в статус там development in process, потом перешел в статус там testing in process, там бла-бла-бла-бла-бла. Вот зачем вот эти два артефакта были? Два артефакта нужны для того, чтобы, опять же таки... Говорю, для гранулярности, похоже. Нет, я это аргументирую, потому что мы крутимся в двухнедельном спринте в этом процессе. И очень часто бывает, что в свой пятинедельный цикл девелопмента девелопмент может закончить работу, а QA нет. И сколько же осталось QA на работу? Если мы будем оценивать так, как говоришь ты, это будет кумулятивный remaining estimate. Нет, ну смотри, опять же, у нас есть какое-то количество сторипоинтов, которые мы можем сделать за спринт. Окей. Так или иначе. Сторипоинт — это девелоперская оценка или QA, или суммарная? Я бы, наверное, считал ее или как суммарную, или как две отдельные. Хорошо. А теперь давай подведем итоги по завершению. Наверное, даже как суммарную. Наверное, как суммарную. Какой же будет у тебя velocity? Когда нам нужно будет проставлять remaining story point в зависимости от того, что, скажем, сферических попугаев development сделал 3, а осталось QA сферических попугаев 5. Какой же будет velocity? На что мы коммитимся и что мы завершаем? То есть ты хочешь сказать, что за счет того, что мы внедряем два артефакта, тебе проще прогнозировать, что мы делаем? Мне проще... Ты знаешь, что мы коммитимся в спринт? Держать баланс нагрузки на команду. И прогнозировать, сколько осталось по QA-части, сколько осталось по девелоперской части, и планировать, и балансировать эту нагрузку в начале спринта. Когда по факту у QA еще нечего делать в новом спринте. Но остается работа, завершенная девелопментом и передана QA, которая перетекла в следующий спринт. И все классно с velocity.
То есть это... Но я все равно до конца не понимаю, зачем, потому что по-хорошему, пока QA свою работу не закончил, да. ты не можешь сказать, что разработчик закончил свою работу. А вдруг там багов полно? До конца, да, не можешь. То есть у тебя все равно... Создается новый саптаск, и вот это вот до нуля. Понятно. И у тебя как бы начинается саптаск для саптаска. Нет. Да, и тоже HTML storyboard. Да, я им сказал, что вы не нашли достаточную гранулярность в этом проекте. Это тоже следующий проект на MM, который у нас есть. Да, поиск, да, поиск гранулярности. У нас один dev в завершенной стадии, и в процессе тестирования QA нашли какой-то баг. Мы должны создавать еще новый dev subtask на то, чтобы пофиксить этот баг. И так может быть до бесконечности. Баги не будут. Да будет как в том старом анекдоте. Финальные правки в V6. Срочно, да? А теперь, когда накал страстей упал, для чего, собственно, открывать саптаск на багфиксинг? Потому что, опять же, есть фазы. Фазы внутри спринта. И зачастую баг настолько критичен, что эта фича не может из-за него быть заделиверена. Но опять же таки, для того, чтобы оперировать правильно с продукт оунершипом, особенно в момент, когда он говорит, почему моя фича не может быть заделиверена на продакшн, вот аргумент, что был найден баг, вот на него саптаск, remaining estimate у него 8 часов, скажем, или 1 день. Какой у нас сегодня день? У нас сегодня день feature freeze. Что означает feature freeze? Что все, что не успето девелопментом, не идет в релиз. Это формальный критерий. Он говорит, хорошо. Окей, тогда мы это перенесем на следующий спринт. Сколько же это займет? Ну вот, собственно, один день это и займет. Окей, мы можем очень гибко балансировать ожидания нашего кастомера. Но тогда мне все равно кажется, что есть небольшой overhead, потому что я, например, не вижу, зачем эстимейтить и в часах, и в сторипоинтах. Не estimate, тогда это report. Ну, то есть мы estimate'ем в story point, да. А report'ем типа в часах. Слишком долго работал в детарте. Мы сидели почти рядом. Story point и complexity. Remaining estimate — это remaining estimate. Remaining estimate в нашем случае, я не говорю, что... И вот здесь я соглашусь с неким оверхедом. Он есть. Remaining estimate — это, скажем так, метрика на протяжении спринта. Complexity — для того, чтобы запланировать спринт, и баланс нагрузки на команду был либо постоянно одинаковым, либо по классике скрама там немножко повышался, да, чтобы мы разгоняли как бы мышцы команды. Вот. И, соответственно, поэтому, собственно, для саптасков simplified workflow. Начал работать, win progress. Закончил работать, да. Каждый день списал 8 часов, если это 8 часов. Но прелесть remaining estimate как раз в том, что не обязательно каждый день списывать 8. А фича может разрастаться. То есть мы изначально вот убираем overhead того, что мы не досмотрели на requirement management процессе и вступили, собственно, в неизвестность, да, или в какую-то известность, но там оказалось больше неизвестности. И мы можем сказать, что я потратил один день, и там просто капец. То есть я думал, что там один день, но сейчас там три. И это на дейли стендапе с твоим продукт-оунером обсуждается, что вот, мы, собственно, уперлись в это. И он говорит, ну, тогда понятно. Эта фича уже под риском в начале спринта. Это прогнозируемость, это делание твоего заказчика не то что happy, а пониманием того, что происходит под капотом. И когда ваш продукт-оунер понимает, что происходит под капотом, он понимает, что на самом деле делает девелопмент-команда, за которую он платит. Не просто инвестирует в нее как сферический вакуум, который очень часто чего-то не доделывает, что он ожидает. А он on daily basis при помощи swimlane'ов может увидеть, как идет разработка. Вот и все. И потом, когда будет вопрос типа, собственно, почему мы не деливерим, потому что изначально мы, собственно, характеризировали этот риск. У меня тогда другой вопрос. Насколько получается продукт-оунер там или же заказчик адекватен в вопросах
корреляции сторипоинтов к часам. Что изначально мы могли фичу, допустим, там заэстимейтить там 3 сторипоинта, да, потом мы проработали над ней день и видим, что там просто жопа. Вот. И понимаем, что здесь на самом деле вот там dev task, он там, не знаю, там на 40 часов. Вот. Но мы-то в 3 сторипоинта его заэстимейтили. Да. То есть получается, мы меняем эстимейт сторипоинтов, или что вообще происходит вот в этом случае? Сторипоинты мы как раз... Ты можешь ответить? Да, я могу ответить. Давай. Я упирался пару раз в такую ситуацию, когда у тебя есть тикет, в котором нужно сделать много однотипных изменений. Много. В Adot у тебя есть какая-то одна фигня, она используется много где. И местами по-разному. Ты смотришь на это, ну это несложно, это в принципе Ctrl-F и дальше менять. Но это много где. У тебя комплексити этой задачи с точки зрения development невысокий. Но времени, которое нужно на то, чтобы это сделать, просто много. И вот именно нужно помнить то, что сторипоинты как сферические попугаи и часы как N-серии Игры Престолов, они мачатся. И именно вот если помня это, то тогда становится как бы, ну понятно уже, как оперировать в такой ситуации. Нет, вопрос в другом, то есть, да, что там продакт-оунеру было сказано, что вот здесь у нас 3 попугая для того, чтобы заделиверить вот эту фичу. Да? Потом мы упираемся в то, что 3 попугая, ну окей, там для джуна это 3 дня, для сеньора как бы это 2 часа. Это как бы понятно, для этого и есть сторипоинт. Вот. Но потом мы видим, что вот это количество, оно растет. И я пытаюсь понять, как в таком случае происходит вот именно коммуникация с заказчиком, что у нас количество часов растет, что происходит в это время с количеством StoryPoint? Ничего. Подводятся итоги в конце спринта, сколько успели и сколько не успели. И из-за этого выводится, собственно, общая температура по больнице. Потому что разрастись фича может как в девелопменте, так и в тестировании. Понятно. Ну, в принципе, идея ясна. Я, наверное... То есть, в некой степени, если ваш заказчик достаточно подготовлен, можно оперировать и без сторипоинтов. Velocity не будет. Ну, velocity можно мерить по часам, да? Нет. То есть, ну. Ну, то такое тоже. Как нет. Правило, сторипоинты для... служат нам немножко, чтобы обезопасить себя. Вот. Ну, окей, спасибо. Да. И вот тут мы, в принципе, плавно переходим к следующему вопросу насчет учета времени. То есть понятно, что есть идеальная часть, есть реальная часть. И если мы уже начинаем выставлять remaining estimate в часах, то по идее для того, чтобы понять, насколько хорошо мы перформим, по идее следующим логичным шагом, который если заказчик сделает, я застрелюсь, будет проставлять не только remaining estimate в конце каждого дня, но и spent hours. В Jira это позволяет. Если ты в Jira проставляешь spent hours, то тебе remaining estimate автоматически уменьшается на количество spent hours, но ты можешь его поправить. То есть ты можешь сказать, у меня был remaining estimate 5 часов, я потратил 3, осталось еще 6. Да. Вот. Это и такой момент. Но вот когда я это вижу, у меня рука тянется к Нагану, потому что я, конечно, не уверен, что так будут делать, но... У меня есть такое ощущение, что будут. На Джирку есть чудесный плагин, который позволяет, он, правда, платный, дорогой, но он есть. Он позволяет построить отчет, кто сколько часов на что в день потратил. И вот тут окажется, что либо у нас человек в день тратит 4-5 часов, ну максимум 6, но никак не 8. И нас спросят, почему? И для того, чтобы отвечать на этот вопрос, почему, мы должны будем либо объяснять, сложность всего остального, или начинать оправдываться, почему мы не 8 часов в день работаем прямо над тикетом, или начинать, как в самых тяжелых случаях, когда нужно, чтобы было 8, чтобы закрыть по бухгалтерии у заказчика, где бухгалтерия привязана к Jira, у меня было один раз, я чуть не сдох. Мы реально заводили тикеты, в которые мы списывали часы на коммуникации и прочий organizational work. Вот кто-то еще разделяет мою боль. Не, вот как, поэтому, когда я услышал вот на нашем проекте о том, что есть такая инициатива, я как бы, по-моему, первый и последний раз сказал заказчику, что если так будет, то я ухожу. Да, то команда встанет и уйдет, я первый. Они сказали, не надо. А вот вопрос, может, надо? Или как бы вот какая наша политика в этом этого отношении? Этого не будет, PM гарантирует. О!
О! Да, вот здесь я, собственно, не имею ничего возразить, потому что процесс, то есть понятно, что нужен достаточный уровень гранулярности. Опять же, нужно понимать, в каком поле вращаюсь я, в каком поле вращается development. То есть, что происходит у нас, у нас нет такого, в общем, разграничения, и каждые вот такие вещи мы обсуждаем весьма открыто. Что, собственно, ну вот так, но мы постараемся сгладить это наиболее минимальным approach'ем. Вот такая штука очень опасна с точки зрения менеджмента, потому что действительно реальный active time, он просто неизмерим нормально. Потому что, собственно, ну мы все знаем, да, что мы все люди, как бы, и иногда действительно оно не идет. Вот сегодня ты встал не с той ноги, или вчера с ребятами там в баре засиделся, но сегодня твой active time 1. Вот, а завтра 8, а завтра 10, там, ну все возможно. Вот, но вот такие вещи уже не объяснишь легко очень. И это реально приводит к конфликтам. То есть тут, как бы, я даже не знаю, панацеи сильной нет. Что больше и хуже, это приводит к овер реально эстимейтам. То есть люди уже трекают не то, что они реально делают, а то, что, собственно, требуется. Короче, ты понял. Окей. Засчитайте в 0,5. Консенсус. Да. Что у нас там дальше? Не, некоторым по нулям поехали. Ну я ж пью. В общем, если подвести итоги по этим двум поинтам, то, собственно, чем наш батл должен закончиться, да, это правильным балансом, потому что правильный менеджер должен всегда, собственно, расставлять тот environment, в котором он может свою команду прикрыть, и, соответственно, у него должны быть определенные аргументы и достаточный уровень гранулярности для того, чтобы на нее сослаться. Вот. Собственно, когда возникают вопросы, то ничего не состоит там сложного сказать, что вот это QA subtask, вот это development subtask. Если идти вглубь, то для development может повыситься удобство в том, что можно, собственно, не такой там major там subtask сделать, а реально подробить эту фичу и даже для себя видеть, что ты сделал по ней и какой, собственно, у тебя процент остался. То есть это, как я уже сказал, может быть там сопряженный там код рефакторинг, там какой-то баг определенный и все такое. Вот, собственно, истина где-то вот в общей полярности, в общем понимании того, с чем мы имеем дело, а для этого менеджменту нужно постоянно с командой коммуницировать в двустороннем режиме. И вот, как вы видите, они не боятся, собственно, меня закидать всякими нехорошими вещами, вот, что я отношу к тому, что у нас весьма открытый environment. Вот. И, собственно, remaining estimate, он тоже был выведен именно из этого вот опасения, из этого возмущения. То есть пошли думать, как это сделать проще, независимо от повышения visibility. Так? Так. Поехали дальше. Поехали дальше, передавай. Покажи следующий пункт, я же не знаю, кому передавать-то. Да? Целесообразность рефакторинга. Ага. Давай. Держи, Владенец. Ну, этот боец тяжел будет. Да? Ты что, на карате ходил или... А, окей. А есть в зале QA? Я, ну, на всякий случай заранее прошу прощения. За следующий пункт, но все-таки, чтобы заранее было. В общем, смотрите, случилась со мной такая беда. Было у нас два тикета не так давно в каком-то спринте. И все они были по моей, скажем так, специализации. Надо было там по Google Аналитике там чудеса натворить. И вот на тот момент, когда спринт стартовал, они были реально друг от дружки независимые. И в случае какой-то беды, которая у нас достаточно часто случается, да, в проекте, один из них, любой, мог заходить в релиз, один мог не заходить. Ну, начинаю я, в общем, работу над всем этим делом. И вижу, что один хороший человек там написал такого кода, который напоминал такую субстанцию, что я просто не выдержал, и я убил 3 дня на переписывание всего этого. Ну, там, я не знаю, как-то что понятно было. Вот там было, к примеру, 30 методов, у которых на 90% одинаковый функционал. Схожий, очень схожий. То есть это, очевидно, надо делать генерик, да? Я туда полез, я все там отлично, классно сделал, я смотрел на это, я гордился, показывал тем лиду, он плакал, говорит, господи. Я такого в жизни не видел. Ты молодец. Фотография этого кода у тем лида висит дома, он по вечерам смотрит на нее и плачет от радости. Радость. Вот. Ну, смотрите, когда я сделал этот рефакторинг, я начал работать над первым тикетом. Я умничка, я его классно быстро сделал.
И тут я начинаю думать, у нас же классная бранчинг-стратегия, блин. Говорю, фичи давайте, флаги юзать. Нет у нас бранчинг-стратегии. Я ж отбранчевался из транка, да, вот сделал рефакторинг. Отбранчевался там из, ну, может, я там чуть ошибся, конечно, неважно, плакаться надо дальше. Отбранчевался из ветки со своим рефакторингом на собственно, на фичу на свою. Сделал ее, думаю, так, теперь же мне хорошо как-то завязать свой рефакторинг, еще и методы, которые я в том тикете по первой фиче, я отбранчевался от ветки как бы с этой новой фичей. И тут мои любимые QA как-то там что-то тестируют, что-то не тестируют, что-то не успевают. Приходит PM, говорит, а что там, ребята, как дела? Ну я же говорю, что я же правильно, я же все хорошо, я код почистил, я умничка, я считаю. А QA говорят, а мы не успеваем оттестировать вот там вот этот один тикет, давайте мы один зарелизим, один не зарелизим. Тут я начинаю чухать голову, говорю, ребят, слушайте, а тут, говорю, это как Twix, они только вместе идут. Говорю, давайте, может, это там поднажмем немного ночью, потестим. Нет, у нас семьи, у нас дети, вообще нехорошо-то не будем с тобой дружить. И, в общем, благодаря, вот смотрите, они дотестить не успели, потому что они лентяи, мы эти два тикета из спринта выкинули, Костя был недоволен. И что получается? Получается, что я... Я просто недоволен. Мужчина, дайте высказаться. Наболело. Накипело? Накипело. Сними накип. Смешная шутка. Получается, смотрите, эти два тикета в релиз не зашли, и у меня вот прям как у Дюма, там когда-то Атос сказал Д'Артаньяну, Д'Артаньян, вы поступили так, как вы должны были поступить, но, возможно, вы совершили ошибку. Вот я считаю, что как девелопер я реально умничка, потому что я свой код, который я хотел заделиверить, блин, я уверен, что под ним любой мой коллега подписался бы. Собственно, и подписались, когда делали код-ревью. PM был недоволен, два тикета в спринт не вошли. Ну, по-хорошему, конечно, во всем виноват вот тот хороший человек, который писал тот код, который я рефакторил. Ну, я пытаюсь себя вину сложить. Но все равно у меня осадок остался. Я на тебя обижен за это. Ну, это для игры, на самом деле, чтобы ты там не думал. Да но... не, но мы все уже записали. Вот, все. По этому пункту у меня все. Значит, реальность была такова, что там было не два тикета. Потому что, как оказалось, твой коллега, который наплодил этих payload, вот. Он, собственно, сказал, что там еще третьесторонняя зависимость. И три тикета не может зайти в релиз. Собственно, расскажу немножко в деталях, как это все было. Да, было действительно так. Почему-то как-то у нас оказалось, что местами не сработали наши ремейнинги. Вот. И Илья пришел, выдал вот такую новость про Twix. Вот. И мы начали думать, догадать, да что же с этим делать. Вот. Потому что изначально тикеты были, ну, separate, они были разделены, их можно было деливерить по отдельности. Кей протестили, чик, типа, ну, он готов. Оказывается, что есть зависимость. И оказывается, что у нас уже не два фичер-бранча, а какой-то непонятный. И вот это из-за этого я сильно нервничаю на самом деле. Потому что... Вполне определенный, понятный, все вполне... почти по схеме. Девелоперам все ясно. То есть понятно, что изначальный там... какой-то наш скоуп работы, он разросся где-то там у Илюхи под ковром. Вот, то есть развернул где-то там свой коврик и начал там что-то пилить. Вот, но что, в общем, повлекло по процессу, да? То есть есть некие ожидания. Пришли мы, ну, а тут еще сложность этой фичи в том, что у нее есть тоже свой owner. И мы с ним тоже напрямую контактируем. И, собственно, я говорю, ну вот вы понимаете, we identified hidden relations between these two separate tasks. Ну, то есть separate я опустил в этом моменте, говорю, this, between these tasks. Почему же вы не определили это раньше? Ну, вы понимаете, когда мы начали вкапывать following deeply comprehensive process, we identified that underlying, you know, before on requirement management state, it was some transition, you know, and relationship established in architecture. Вот как я выкручивался, понимаешь? На что все сказали, ну, стек как бы непонятных слов большой, поэтому ты точно знаешь, о чем ты говоришь. И, собственно, сказали, ну, что, сделать так делать. В общем, это здорово, конечно, ударило по нашему velocity, что, конечно, хорошо сказалось на следующем спринте, потому что есть еще один человек, который очень хорошо, в общем, понимает, что такое velocity, и говорит, ну, ребят, раз мы там не успели как бы на 40, что мы закоммитились, давайте возьмем тебе 25, я говорю, не вопрос. 25 это класс. И Егор пошел смотреть «Игру престолов». Вот. Ну, то есть балансировать нужно. Вот так я выкрутился. Вот такой, собственно, это повлекло как бы chain таких вот дискашенов, разговоров, не знаю, в общем.
Сгладили, товарищ. Вот. Так что можешь убрать свой осадок, записать себе в experience. И больше так не делай. Мораль всей басни такова, что да. Печально. Окей, ну давай, басню скажи. Да. Печально делать благие дела, то бишь рефакторинг, когда на это нужен approve business ownership. Вот мне, как девелоперу, вот действительно печально, потому что я считаю, что вот до того, как код попал на продакшн, он не их собственность, он моя собственность. Рефакторинг влечет за собой QA effort. И рефакторинг это очень классная штука. Это нужно делать для чистоты кода, для поддерживаемости. То есть мы все это понимаем. Вот, но лучше говорить заранее, чтобы ваш менеджер, ваш техлид могли вовремя оперировать. А почему нельзя сразу выделять время на так называемые technical debts? Угу. Потому что так или иначе, после той или иной фичи, надо будет переписать. Ну, там где-то не досмотрели интерфейс, подправить, там еще что-то. Окей, в этом спринте мы его не сработали, не использовали, хорошо. Но почему тогда, вот, например, через 2, через 3 он нам понадобится? И тогда мы бы его использовали, и не было бы этой задержки, так скажем. Оно бы себя оправдало. Спасибо. В общем смысле, я думаю, вы правы, за исключением некоторых моментов. Продукт-оунеру, то есть вот то, что рассказывали мы сегодня студентам, я хотел ремарку сделать, окей, anyway. Продукт-оунер – это хаб. Он пропускает через себя различные requirements, да? И рефакторинг в его контексте – это тоже некое требование. Это тоже некий scope работ. В данном контексте мы столкнулись с непредсказуемым желанием Ильи сделать мир лучше. Вот. Если бы он был предсказуем, не вопрос. И по балансу техдепта. Мы стараемся соблюдать его 70/30 в любом случае. Но TechDept у нас весьма разный. Вплоть до оптимизации процессов при помощи Liquid Base, который мы не можем пропушить уже второй месяц. То есть тут тоже надо понимать constraint. Потому что к нашему Owner Hub приходят разные люди и говорят, вот у меня проект с бенефитом в миллионы долларов на живой системе. Давай запилим аналитику. И следующие 4 спринта мы пилим аналитику. То есть впихнуть туда TechDept, ну, нужно хорошо аргументировать. То есть ваш продукт-оунер, он, если его подготовить, он может там проработать в парадигме 70/30 в месяц. Потом он об этом чуть-чуть забывает. Нужно возвращать. То есть иногда некоторые спринты без тегдепта. Ну, по крайней мере, у меня, когда я потом вспоминаю, я его обратно сетаплю на эту плоскость. Это постоянный как бы managing work, да. Да, хотел спросить. Мне просто интересно, услышал магическое слово Scrum, да, наверное, есть какие-то daily stand-up митинги. Почему? Да. Ну, не daily. Ну, просто daily. Нет, daily. Я услышал 3 дня, что он кодил, Илья, да, я так понимаю, да. Ну, он говорил о том, что он кодит вообще вот это вот дело делает свое нехорошее. Нехорошее дело. Ну, хорошее, да. Уважаемый человек делает хорошие дела под ковриком. Да, я понимаю. Ну, скажем так, он нам намекал. но это не выглядело катастрофически почему-то в тот момент. Ну, в прекрасный день Илюха просто признался в своем... пришел с повинной, в общем. На самом деле его уличили QA. Вот у нас сидит в этом нехорошем деле. Ну, хорошем деле, да. Для перспективы long term. Давай я скажу вот так. Во-первых, я считаю, что люди должны делать мир лучше, ни с кем это не согласовывать, не только в программировании. А во-вторых, чтобы понимали, что такое намекал Илья. Парни, там такой, этот чувак закоммитил, что там копать и рефакторить. Мы же успеваем. Я сделаю. Но они не поняли. Я второй день говорю, парни, там такого еще, что... Ну, мы ж тикеты-то успеем. Ну да, я ж работаю. Вот такие были намеки. То есть именно ситуация, конечно... Ты должен помнить о своего брата, понимаешь, коллегу QA, которого... Вот ты сказал много раз, что ты не любишь, а вот про него нужно помнить. А скажу еще, потому что он к тебе придет. В общем, ладно, все это... Все это цветочки, все, да, все, разогрев. Все это очень двояко, я все равно останусь при своем мнении. Конечно, ну, обидно, что вот у нас проект достаточно легаси, да, и обидно, что в нем рефакторинг, но очень тяжело дается, его никогда не заапрувит клиент. Никогда не заапрувит. Клиент считает, что ну работает, оно и работает, и слава богу. Не-не-не, он заапрувит, когда система упадет.
У нас действительно был такой, ну, это не то, что случай. Мы, собственно, теперь эти ребята – профессионально деформированная SWAT-команда, которая не может работать без упавшего environment, без упавшего продакшена. Да, у Егор, я ему вообще звонил в 4 утра, как бы он говорит, что ты мне больше не звонишь. Вот. Позабыл меня, да. И вот тогда мы сделали не то, что рефакторинг, мы сделали те вещи, на которые нам не давали approve. Жаль, не успели мигрировать на Java 8. Вот. И мы, собственно, пришли и сказали, ну, они прибежали к нам и говорят, ребята, у нас все в одном месте, как бы мы теряем доллары. А хорошо, что мы до этого им закинули этот стабилизационный проект. И мы им, ну, вы же понимаете, вот стабилизационный проект. Идите, прочитайте. Вот. Один раз упали, мы пофиксили. Но летом они упали очень хорошо. И мы такие, ну, вы же помните, мы же вам стабилизационный проект предлагали. Они, давайте делать. Мы говорим, ну, будем ломать процесс свой, но делать. Потому что мы тогда сделали рапидные девелопменты в нашей системе еженедельные. Абсолютно без никаких метрик. Вот. Почему они, собственно, ностальгируют об этом времени? Не было ни сторипоинтов, ни remaining estimates. Успел, QA успел. Ни спринтов был. Ну, это а-ля канбан на самом деле. Ну, вот. Это просто, вот согласитесь, вот для вас была красота. Вот. Это было очень тяжело для QA-команды, потому что, опять же таки, предсказуемость была на нуле даже внутри. То есть, сколько тебе надо, я не знаю, пойду поделаю. Вот. Но за счет общего dedication, как бы, никто, в общем, не сочковал. То есть все было красиво. И система сейчас uptime 96-98%. Была там что-то 60%. Ну и у них прирост где-то миллионов 3-4. Хватит переставать оправдываться. Все прекрасно понимают, что здесь победил я. Переходим к следующему. Смотрите. Он в каком-то смысле следствие предыдущего. У меня вот какой-то проект, одни беды сплошные. Значит, сижу я делаю этот рефакторинг днем и ночью. Хочу, чтобы наш же этот бизнес-оунер этой аналитики спал в розовых снах с знанием того, что он следит за юзером везде. И что вы думаете? Я успеваю все это сделать в неделю девелопмента. Приходят... дорогая моя любимая QA-команда, если ты видишь эту запись, пожалуйста, прости меня. Приходят QA и говорят, мы не успеем это оттестировать. Я вложился в свои сроки, они не успеют оттестировать. Костя, расскажи мне, что они... Я вот... Ты не понимаешь, что... Вот сейчас я не играю, я реально не понимаю, что они делают. То есть я где-то вижу их работу, но я считаю, что ее можно делать быстрее. Да, окей. Выше, сильнее, лучше. Собственно, расскажи мне свой стандартный флоу для начала. То есть ты взял тикет, что ты с ним делаешь? Ты его пилишь. Чуть-чуть потестил. Отдал на ревью, тебе его поревьюли, вообще за тебя все сделали практически. Ха. Вот. Значит, какая полярность работы QA? То есть и почему они такие невеселые, ребята такие, то есть ну, грустные, печальные и вот такие вот, ну вот смотришь, ну вот тут вот правильный вопрос, что делает Витя, почему он такой веселый? Вот. То есть у QA это рутина, то есть это вот сильная рутина. Я сам, собственно, менеджер из QA, я это знаю не понаслышке. То есть, когда мы сталкиваемся с регрессией, ну, извините, это 500 одинаковых тестов. Если они не автоматизированы, ну, это более печально. Хорошо, внутри, если, собственно, грамотный QA-лид может немножечко миксовать вам области для тестирования. А до регрессии происходит, собственно, написание тестов, разговор там по требованиям, то есть документирование этого всего. И потом нужно же по тем тестам, которые ты написал, еще приступить. Ты их все помнишь, как один в один. То есть вот этот писал. И нужно себя морально подготовить полдня где-то к тому, чтобы приступить к этому тестовому сету. Потому что, ну, собственно, ты все там знаешь уже. А вот будет ли оно работать? Ну, ты знаешь где-то там подсознательно, что ничего работать не будет, потому что Илюха сделал там шикарный рефакторинг, который обязательно что-то уронил. Вот. Собственно, QA себя подготовил морально. Хорошо, если он такой боевой стойкий духом, вот как Виктор, вот видите, он уже тоже такой нарастил себе все, в общем, мускулы. Вот, и приступил где-то через час подготовки. Вот, и, собственно, вот в нашем гибридном процессе ему нужно провести верификацию, это что, есть модульное тестирование, плюс интеграцию, интеграционное тестирование. Вот. Ну, собственно, вот это первый его степ. И, как правило, там твой один change для QA, там минимум два кейса,
как максимум намного больше. Вот. И такая рутина как бы очень сильно вот так вот по спадающей, значит, она забирает все силы, как Шао Кан из Mortal Kombat, вот, силы окей команды. Вот. И, собственно, такие рутинные процессы, они же как бы не только как процессы идут, да, но от QA еще нужен коммитмент определенный и формальные критерии выдерживания. То есть, когда, собственно, мы что-то падает на продакшене, первым делом во многом виноваты они. Вот. Что должен делать менеджмент, это, собственно, говорит, что виноваты не QA, а виноваты все. Тогда немножко проще. Вот. Вот это какая-то такая большая ответственность и рутинность, она накладывает сильный отпечаток на то, как эти процессы происходят. Ну, это чисто такой моральный аспект. На самом деле, процессный аспект в том, что на каждое изменение у QA намного больше процессов. И они занимают время. Увы, так есть. То, что, чего мы смогли добиться, это параллелизации процессов внутри проекта. То есть мы не ждем, пока там отгружена фича, да, и по приоритизации там один story point может девелопментом закончиться быстрее, и по нашему скраму мы боремся с вейстом код ревью, то есть он у нас занимает очень мало времени. И QA может начинать работать параллельно с девелопментом по моменту завершения. То есть, ну, такой вот у нас параллельный процесс есть. Вот. То есть полярность, то есть и уровни, да, работы QA и девелопмента, они заключаются и разности в сложности процесса. Плюс к тому во многом и в нашей системе, или в любой лавиевой системе, QA Lead отвечает за многие такие вот процессные документы, типа implementation плана, то есть что мы будем деливерить, какие фичи это будут, какой это, например, в нашем контексте релизный бранч и нотификации стейкхолдеров. То есть вот у QA Lead еще забирается время на это. Я не знаю, насколько я глобально ответил на этот вопрос. Я думаю, человек вот из области QA меня очень поддержит. Вот. Собственно, когда я начинал в этом проекте работать QA, мы только строили эти процессы. То есть мой рабочий день это был просто адов. Ну, это было очень сложно, потому что постоянно либо что-то падало, там что-то нужно было смержить, ко мне прибегали, говорили, тут у нас упало, это было либо environment specific, либо бага, там, которая не этого там кода, а предыдущего кода, куда его завести и все такое. Вот. Вот так. Что же ты мне ответишь? Как ты меня... Я вот сделал тебе хук. Пишите автоматизированные тесты. Спасибо. Окей, пишем. Значит, у нас в проекте есть, собственно, три тулы для автотестов. Это Selenium, это Soap UI и Gemeter. Gemeter для нагрузочного нефункционального тестирования. То есть мы их пишем, но скорость наших процессов, как бы, и их как бы ongoing basis, и предсказуемость, опять же, та же заказчика, то есть некий такой политизированный процесс, в котором мы крутимся, он возлагает такой некий constraint на написание автотестов, который, ну вот, мы сейчас стараемся переложить на requirement management, то есть тоже асинхронный процесс, который был у нас не сильно креативным. То есть посыл правильный. Вот. Он делается. QA Lead гарантирует. Вот. Давайте перейдем к вопросам по этим двум пунктам. Есть? Понимаешь, у него уже просто блок выставился на такие вещи. Он уже такой, да, говори, все равно я свое запилил. Да, я все уже выложил в репозиторий. Окей, если вопросов нет, поехали дальше. Пусть попробует меня еще Саша побить. Ну, Саша мощный вообще. Так, миграция. Что, я не дам тебе сказать? Что ты подсматриваешь? Я хочу уточнить, что здесь мы поговорим не только о фреймворках,
фреймворках, но и о каких-то библиотеках. Не-не-не, ты с темы не съезжай, это фреймворки. Я не съезжаю, это примерно одно и то же. Да, ты стратегически. Вот с чем мы сталкиваемся. И, наверное, все сталкиваются. Если это старый проект, то очень часто мы используем там какую-то очень старую версию фреймворка или библиотеки. И когда мы получаем ту или иную задачу, нам приходится самим реализовывать те фичи, которые уже в новых версиях фреймворков вышли. То есть мы пилим велосипеды. Ну, так это апгрейд, понимаешь, ты уже практически написал его. Да, но это уже все есть реализовано в новых версиях. И получается мне, чтобы реализовать мою задачу, приходится это все писать. Я вспоминаю, когда я работал с Джексоном, когда я писал какие-то сервисы, и мне приходилось дописывать десятки аннотаций к старому Джексону, вместо того, чтобы просто переехать на новый и использовать его новые фишки. Была подобная проблема со Спрингом. И это очень много времени требует и очень много усилий. Так почему мы не можем просто потратить один раз усилия на то, чтобы обновить наш фреймворк, либо-либо, и после этого не тратить время на ненужное, просто реализовывать наши задачи просто и правильно. Значит, первым, что бы я рекомендовал тебе, это пойти записать это в письмо и прислать мне. А если серьезно, то этот проект деформировал, наверное, нас всех весьма в какой-то хорошей степени понимания того, что такое лайв-система. Саша, а какие риски апгрейда на новые фреймворки? Риски есть. Какие? Могут быть баги. И я понимаю, что для этого по-хорошему после миграции на новую версию нужно покрыть большую часть тестами. Да. Но да. мы тратим время на это один раз. Угу. И дальше мы живем как люди. И у меня дополнительный комментарий. Да. Где гарантия, что в тех велосипедах, которые вы написали, не будет багов? Не будут тех же самых багов. Да. Баги будут в любом случае. Да. От того, кто писал код. Поэтому... Ну так а смысл тогда? Если и там баги, что тебе там DDS срочно написать? Написал и пошел, понимаешь? Все. Есть... Это другой вопрос. Если бы это было пару слов. Это некая шутка, да. То есть на самом деле риски велики, да, все мы это понимаем. То есть вот, например, у нас стоит там тикет на миграцию на Java 8, там CAT 8. То есть что это значит для QA? Это тестирование системы end-to-end весьма comprehensively and deeply. Вот. Сейчас дойдем. Давай я расскажу. Вот. Опять же таки, мы понимаем, что это uptime система, да, она лайвовая. Замена таких вещей, она может послужить к отказу определенных кусков, которые весьма трудно предсказуемы. Особенно, если мы сталкиваемся с нашим проектом, в котором нижние environments очень не соответствуют live environments, а нагрузку тяжело скоррелировать. Вот. Насчет того, что это делать нужно, с моей точки зрения, да, нужно. Единственное, что и тут нужно оперировать не только рисками в плане, там, вот я, собственно, и стараюсь ими как бы загородиться, да, это на самом деле не так. То есть их нужно правильно сбалансировать и сменеджить до того, как мы это зарелизим. На предсказуемость действительно того, что это что-то упадет на продакшене, очень, очень велика. И снизить ее до 100% невозможно, потому что predictability как бы фичи, он весьма высок, как бы его можно обложить, покрыть. Такие ченджи, вот, например, как апгрейд версии Hibernate, очень трудно предсказуем. Вот. Что можно сделать? То есть можно это поменеджить внутри, протестировать лучше, специально для этого апгрейда фреймворка там, написать тесты. Но опять же таки, это нужно продать как TechDeb, верно? Вот. И мы сталкиваемся с этим уже с реалиями product ownership, которому, как мы помним, к хабу приходят разные люди с разными запросами. И у нас повелась такая, в общем, штука, мы стараемся ей не сильно следовать. Саня, какой бизнес-вэлью от этого? Во-первых, мы не тратим очень много времени. Велосипеды. Второе, мы увеличиваем прайс-активность на покупателя, потому что мы знаем, что старые проекты, они самые быстрые, но
Окей, я повторю вопрос. Если система в аптайме 95% и оперирует достаточно нормально, какой бизнес value? Смотрите, мы просто сталкиваемся с неформальным и нефункциональным критерием, который тяжелее объяснить продукт-оунеру. К нему пришел человек, вот, который с аналитикой, и он ему сказал конкретные цифры. От этого проекта value там плюс миллион в год. Какой value от вашего хибернейта? Ну, производительность, типа меньше багов, меньше писать там аннотаций, да? То есть вот в нашем environment, в принципе, такое возможно, потому что продукт-оунера мы уже вывели на тот левел понимания, что для того, чтобы система функционировала нормально в long-term, и вот дополнительным аргументом может быть, чтобы дополнительные твои фичи, которые ты будешь нам в будущем заказывать, были проще реализуемы внутри. То есть аргументировать это можно, но почему нет? Я думаю, что это все у нас как делалось. То есть скорость можно улучшить, но продукт-оунера нужно здорово готовить к этому. Вот. А здесь вопрос. Да, тут, сори, да. Вот, я же говорю, давай я договорю. Да, у меня, если можно, другой вопрос. Я услышал одну очень страшную вещь, и я хочу понять, как бы это у меня было расстройство слуха, или это правда, что environment, тестовый и production не на 100% копируют друг друга. Это очень страшно, это есть. Мы в этой реалии живем с начала проекта. Тогда вопрос, как бы, а какой смысл вообще тестировать? Смысл тестировать есть, чтобы хотя бы риски снизить до определенного процента, нежели вообще это не делать. Не верю. Не веришь? Не верю. Ну, как бы, вот честно скажу, что даже там, если, не знаю, там у нас отличается вот именно runtime environment, я уже много раз такое встречал, что, казалось бы, все вроде бы работает хорошо, да, там, но есть какая-то вот одна, как обычно, дьявол кроется в детали. Да. Да? И потом приходится роллбеки, хотфиксы, не дай бог, дебаги на продакшене, короче. Ну вот вся вот эта вот. Дебагов на продакшене нет, у нас есть четкая процедура роллбека именно по этой причине. То есть, ну, поймите, да, проект, и почему я говорю, что это в некоторых смыслах весьма субъективно. Потому что мы обложили себя там дополнительными какими-то вещами, потому что, ну, через боль и кровь. Вот, потому что, собственно, у нас не было этой процедуры роллбека, и у нас там просиживал как бы плохой код, да, какое-то время. Сейчас процедура весьма четкая. Не прошел тест, посмотрели, если букинг там не делается, по метрикам там Java мелодии идет деградация, бум, роллбэк, все. Потом будем разбираться, что с этим делать. Вот. Но вот с environment объясню, почему проблема решается. Потому что в нашем, ну, в принципе, проект хороший там. Но тут объясню, в общем, концептуально и философски. Любая система состоит из подсистем. Подсистемы развиваются асинхронно. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. И когда они сталкиваются вместе, рождаются разломы, непонимания и проблемы. Вот в нашем, собственно, environment development и QA, тут наша команда, мы развивались весьма быстро. Но есть еще команда DevOps, вот, которая как сферический вакуум и черный ящик, в который уходят тикеты. И вот у нас был замечательный разговор недавно, по миграции, значит, Jira из инстанса в клауд, и занимается там такой классный чувак. Вот, у него поставленный академический голос. Вот, и мы говорим тебе, ну, когда же ты это сделаешь? Тикет уже сидит у тебя год. Он говорит, ну, я там еще план делаю, потому как я это буду мигрировать. Говорит, потом я его должен показать Стивену, он там внесет свои корректировки. Вот. И сколько тебе досталось до плана? Ну, я еще не приступал. А почему ты не приступал? Потому что я занимался другими вещами. И так происходит из недели в неделю. То есть и все наши запросы по приведению environment к адекватному состоянию, то есть миграция данных с продакшена на регулярной основе, она уходит именно в эту область. Почему мы с этим ничего не сделали? Потому что черный ящик. Потому что даже приезжая on-site и говоря непосредственно с начальником девопсинга, мы не смогли пробиться. То есть мы не смогли достаточно, то есть как, типа, товарищ, ну что у тебя там творится, ну что, почему ничего не делается, говорит, ребята, с понедельника все будет по-другому. Он приходит с презентацией, говорит, теперь у нас будет выглядеть так процесс, указочкой поводил, все такие, о, ну все, теперь у нас свершится, наконец-то, да. Сидим неделя, вторая, Jira не мигрируется, приходим опять, что такое, что такое?
они даже таски вот не двигают. То есть достаточного уровня гранулярности у них нет, и мы не можем сказать, где у них зависли задачи. Потом спрашиваем, типа, что с этой задачей? Да я ее сделал уже 2 месяца назад, а почему тикет в туду? Ну, потому. Понимаешь? Да, и, собственно, ну как? Ну как нам минимизировать риски, когда мы не можем повлиять на заказчика? То есть такими вот implementation-планами, то есть нотификациями и просто, ну вот поверьте, пытаемся расхачить этот черный ящик уже с разных сторон. Я уже, даже уже руки опускаю. Но к целесообразности мне все-таки кажется, что ответ на вопрос, есть ли смысл тестировать, тестировать-то есть смысл на предмет внесения функциональных косяков. Вряд ли имеет смысл проводить нагрузочное тестирование, потому что вот оно-то точно будет неадекватное. И с ним мы там выгребаем, и то, что... И вот эти вот кейсы, о которых ты говоришь, когда релиз скомпрометирован и должен откатываться из-за того, что environment разные, это именно проблемы обычной перформанса. То есть мы не могли, например, на своих лоу-тестах на другом environment отловить вот тот случай, о котором говорил Саша, когда получилась N плюс 1 проблема, причем она получилась там в квадрате. Вот эту возрастающую экспоненциальную нагрузку на базу мы не смогли увидеть, потому что в нашей текущей конфигурации у нас application сервер помирал раньше, чем база. У нас третьесторонний компонент. Его, то есть это да, но имеет смысл тестирование функциональное. Настройки его тротлинга они нам не позволяют уложить в базу. Да, ну смотри, с лоад-тестами, в принципе, все понятно, потому что тут и понятно, как оттестировать, и, в принципе, как бы это вопрос более простой, да. Другое дело, если у тебя там есть, не знаю, там, допустим, твоя же там JVM отдельно под винду, отдельно под Linux, да, и ты в какой-то момент понимаешь, что вот там какой-то метод, он есть здесь, но его нет там. А, то есть софтовые environment одинаковые? Ну, конечно. Конечно. То есть у нас несоответствие с данными и по железке. А, ну тогда как бы да. В принципе вопрос снимается. Да, данные не можем побороть, environment тоже по причине сферического. Тогда вопрос снимается, потому что они не имеют винду, это нормально, это лечится. Окей, я предлагаю ускориться, собственно, 10 часов уже, все уже устали и пора домой, да? Я тогда быстро скажу, что... Мне и остальным разработчикам с моей команды уже просто надоело писать доки. Угу. У нас тикет на написание документации к чужому коду сменяется тикетом ресерча чужого кода или какого-то функционала. То есть, когда мы будем писать код, то, что мы должны делать. Короче, доколе энто терпеть. Доколе, да. Ну, собственно, когда проект закончится, я думаю, документировать перестанем. Желание абсолютно ясное. Вот. Но превратное. Вот. Смотрите, значит, абсолютно ясно. И эту систему мы унаследовали либо без доков вообще, либо с outdated. То есть разбираться было не то, что тяжело, а невозможно. Поэтому термин reverse engineering, как бы он у нас постоянный и на языке. Вот. Что, собственно, можно сделать, чтобы вот Саша меня так не бил? Ну, я не знаю, что тебе достало. У нас всех нормальный уже баланс. Бомбит. Нет, это ненормально. Ненормальный баланс? Нет. А, черт. Вот. Но ты же первую неделю пишешь код, а на второй документируешь. Я на этой прошлой неделе не написал ни строчки кода. Не, ну, это мы еще разберемся, почему. Да. Документировать нужно и важно, с моей точки зрения, как менеджмент, и я думаю, меня даже техлит поддержит в этом контексте. Потому что на него можно всегда сослаться. На него можно немножко послать вашего продукт-оунера, который тебе деливерит непонятные реквайрменты. Вот. И плюс к тому, когда ты приступаешь к какой-то задаче, можно к ней обратиться, к документации. Кто обращается к этой документации, которую мы пишем? А вот почему мы не обращаемся к документации? Это сакральный вопрос. То есть, у нас на самом деле были феноменальные случаи, когда... Да, Дима, ты можешь его рассказать. То есть, и я бы тут даже добавил... Сейчас, я после этого добавлю. Это просто кейс, когда надо вот называется, посыпать голову пеплом и каяться. Реально был случай, когда у нас завалился почему-то нижний, продакшн, слава богу, нет, завалился нижний environment сертификационный, у нас там, значит, сертификация заблокирована, кошмар, ужас, значит, SSL сертификат просрочился, новый не пришел,
В общем, день пробились сами, потом еще день вбивали в головы этих наших очень тугих девопсов, в чем же, собственно, проблема и почему так тяжело. При этом меня не покидало, я это все делал, меня не покидало ощущение дежавю, что вот-вот что-то уже такое было. Я не могу вспомнить, но такое, блин, было. В общем, два дня мы прободались с этим делом. В конце концов, состыковали девопсов с нашей стороны, с девопсами с той стороны, которая должна была нам поставить сертификат и не поставила. Они рассказали, оказывается, они его поставили, но выложили в такое место, где мы не знали. В общем, там была процедура, куда его выгружать. Все мутно. Ну, думаю, ладно, все хорошо, пережили это дело. Сейчас я это задокументирую в Confluence, все, это надо пробить в камне. Сажусь, значит, начинаю скриншотики клепать с этого всего процесса. Вот, захожу, значит, начинаю создавать страничку, пишу в Confluence update, certificate, for, бла-бла-бла, мне вылазит документ, подозрительно похожий по смыслу. Я его открываю, я вижу вот абсолютно вот пошагово с этими же скриншотиками, которые я уже сделал только что еще раз. Значит, все пошаговое, значит, это выполнение. Смотрю, значит, когда и кем он создан. Создан он ровно год назад, то есть сертификат действует год. Вот в этот же день, год назад. Смотрю, кто же его такой умный создал, и вижу свое имя и фамилию. Понимаю, что да, блин, я его писал год назад. То есть, я заказчикам не сказал. Потому что было стыдно. Сказал, не надо. Не сказал же, что я сделал документ такой хороший, который уже был. Я промолчал, потому что было стыдно. Но это очень типичный кейс. То есть, да, оттуда надо, блин, заглядывать. Очень полезно. И тут важная ремарка, что реюзать эти доки нужно будет не только девелопменту, там вот последующих экшенов, да? То есть может казаться, что дев-доки только для девелопмента. Это отнюдь не так. И если грамотный продукт-оунер, он может на базе каких-то этих технических доков вычислить алгоритмы и как их улучшить для бизнеса, чтобы зарабатывать больше. Вот у нас сейчас задача на документирование в онлайн-тревеле системы там постпроцессинга как бы и финальной там как бы оптимизации выбора, не выбора, а выдачи флайтов. Вот. И, собственно, мы очень много раз ссылались на них, на основании которых бизнес шел вверх. Потому что в нашей парадигме проектной, что мы сделали, это development и QA, они не оторваны от процесса и влияния на успех продукта. Что зачастую случается, но по типичному скраму, да, тим это весь тим, абсолютно весь, и он вместе отвечает за успех. У нас именно так. Вот, и, соответственно, это документирование, как бы, оно важно как для продукт-оунера, так и для команды внутри. Ну, то есть, Саша, я понимаю твою боль и печаль. Вот. Но глубинный смысл и именно такой, в общем, посыл – это то, что ваша работа будет оценена. Не, ну она просто нужна, да. Меньше обращений к девелопменту. Ну тут не забывайте читать их, да. То есть только такой посыл можно сделать. Собственно, именно заставлять документировать, ну, это, скорее всего, неверно, да. Быть более креативными в документировании, да, потому что, ну, наши там завершались там всякими флоу-диаграммами, различными вот такими вот вещами. Это здорово упрощает жизнь, и потом там даже можно обратиться через пару месяцев. Окей, я понимаю, что я так себе, в общем, ответил на эту штуку, что, в общем, я не сильно вас замотивировал писать эти доки, вот, но, в общем, у нас это делается, независимо от того, что это Сашу достало уже. Вот. Да. Просто и попадаются моменты, которые дают тебе понимание того, что это юзается не только там тобой, а еще и другими участниками команды. Окей, поехали дальше. Как я сказал, ускоряемся. Да, Илюх, ускоряемся. Стартуем. Да. Да. Собственно, это немножко корреляция с рефакторингом. Кто мне? Кто меня побьет? Ты не? Не ты ли часом? За вот этот айтем, на котором ты вчера вот там на диванчике спал. Я тебе его приготовил. Да, я пока вот это писалось, я почему удивился некоторым пунктом, я просто там вырубился, а потом меня вставай, надо код писать. Вот, поэтому надо побить, так побью. Что, был бы повод, а желание всегда есть. И что? Еще чуть-чуть, и мы успеем. Помнишь календарь? Расскажи про календарь. Хорошо, да. Значит, это когда меня еще молодого зеленого бэкэндчика посадили гувер стать. Было весело. Значит, еще чуть-чуть, и мы успеем. Значит, ситуация следующая. Тебе дают задачу, ты прикидываешь такой estimate 3 часа.
Когда к тебе через 2 недели, поскольку ты всю эту задачу пилишь, приходит этот человек, который обычно очень культурный, и это 7-й звонок у тебя с ним за день, и он начинает его не с «Привет, Егор», а «Доколе, когда ты это доделаешь?» Ты говоришь: «Чуть-чуть, я почти доделал, сейчас все будет». Ну, так бывает. И действительно, я в свою защиту скажу, что еще чуть-чуть я успел. Но я не знаю, просто в чем был холиварный момент, потому что периодически у нас выходит так, что мы криво эстимейтим, в силу не того, что мы кривые, мы криво эстимейтим, а в силу того, что, опять же, это уже упоминалось тут сегодня, что ты начал что-то делать и открылся какой-то такой пласт интересных особенностей, которые ты не учел и вообще даже не знал о их существовании. То есть программист — это человек, который решает проблемы, которые вы не понимаете, способом, о котором вы даже не догадываетесь. Вот и у тебя такая ситуация случилась, и как бы к тебе приходят и говорят, что ты не прав, а ты понимаешь, что ты... Прав. Как Илюха завещал прав. Делать мир лучше, я делаю. А меня пьют. Я не понимаю, что я хотел людям помочь, а мне зубы новые вставляют. Значит, почему? Холиварность этой темы, это, ну и почему, собственно, это было на начальных фазах, да, сейчас у нас все-таки этого меньше. Ну вот, Илюха там последний раз отличился, но ничего, мы его простим. Холиварность темы и немножко, наверное, даже, может, и не холиварность, а просто, опять же, таки, сетап, да, и, опять же, таки, вернусь просто к истокам. То есть Scrum-команда — это команда в целом. Это не означает, что это команда development или команда QA. И вот эти взаимозависимости, еще чуть-чуть успеем, или же, да, посидит в код-ревью там 5 минут, ничего с ним не будет, оказывается, что это час или два. Есть еще QA-команда. Вот ей нужно подхватить этот айтем. А еще чуть-чуть успеем, то есть, опять же таки, не факт, что ты там сделаешь по требованиям, то есть ты можешь успеть что-то другое. Но это отдельная тема. Вот. И, собственно, еще чуть-чуть и успеем. На моей практике, когда я спрашивал тогда Егора, сколько у тебя осталось, 4 часа, на 7-й раз я ему не верю. То есть это не 4 часа однозначно. Вот. А для QA это вливается тоже не в 4 часа, как вы понимаете. Вот. Потому что, ну, весьма сложно, наверное, оценить это чуть-чуть, как бы, и это такой, как бы, термин, который не измерить ничем, не аршином. Вот. Поэтому, и к чему, собственно, я тоже это веду? Потому что у проекта очень масса механизмов сделать это потом. То есть, вот, начиная от достаточного уровня гранулярности, вот, и заканчивая просто-напросто ответвлением определенной задачи в бэклог, то есть которая уже потом будет прогнозируемая, и никто тебе зубы выбивать не будет, я просто тебе скажу, что ты молодец, ты доделал это в следующем спринте. То есть, поймите, да, главная задача скрама – это поддержка итеративности. Это не означает, ну, то есть мы можем коммититься на что-то, но хорошо, чтобы у вас продукт-оунером был такой, как бы, не строгий коммитмент сильно, то есть чтобы потом мне зубы не били, понимаешь? Вот. Где можно, собственно, сказать, что вот это мы отделили в следующий спринт. Давай мы его закинем в working backlog и приоритизируем. Вот. И тогда, собственно, все happy, потому что и ты сделал мир лучше, немножко с задержкой, конечно. Тут надо понимать, что тебе понадобится пару часов для того, чтобы вспомнить. Вот. И это не совсем классно в плане разделения, но в общей парадигме там, работы с заказчиком, продукт-оунером, стейкхолдерами, это более верный путь, нежели чуть-чуть и оверхед, и сорвать. Вот. Я, в принципе, согласен. Или, или я чуть-чуть могу тебе разрешить, как бы, работать и уже с аргументацией, что мы это не деливим. Ну вот этот пример, как бы, он не совсем правильный, потому что вот когда я делал эту фронтендную тогда штуку, во-первых, проблема была в том, что мы только-только начинали, у нас еще не было нашего классного встроенного процесса, и была вот, страничка, он же говорит, что он классный, в аппликейшене большая. Постепенно, как удав, закидываешь, скручиваешь. У нас была большущая страничка в аппликейшене. Сказали: не, мы не хотим страничку, мы хотим, короче, jQuery календарик, компонентик, который весь вот этот функционал огромной большой страницы и отдельного там прям слоя какой-то логики вместит в себя. И вот это, кстати, если бы были фичер-флаги тогда, это меня бы так спасло одно место, потому что у меня была опиха, которая рестовая, которую я потреблял, и мне нужно было, не трогая эту опиху, написать другую реализацию вот этого вот компонента, который не страничка, а которая будет вот этот компонентик. И я там такое городил, такое дело. Когда я сделал, мне сказали: а вот еще, а ты видел, на той страничке есть переключатель, который меняет полностью ее поведение.
и я еще один их вставляю, и начинаю еще это все обвешивать. И да. Там стоит... Да, там, были виноваты все. Тут важно сказать такое чистое наблюдение, что это был тупо субъективный таск. То есть, где пришел тогдашний продукт-оунер и говорит, вместо этого там компонента угловатого мы должны сделать вот iCandy. Да, там было очень типа, сделайте красиво, мне не нравится. Да, и в итоге, кстати, это так в продакшен не пошло. Не пошло, да. Ну, то есть, я же говорю, это субъективные вещи, они весьма плохие. Так, вот такой последний у нас момент. Почему бы не взять эту классную фичу работу? Значит, есть у нас... Давай, наверное, я начну, да? Не? Или ты хочешь меня запинать чем-то? Ну, давай, попробуем. Короче, я такой... Есть такое выражение «технический евангелист», оно мне очень не нравится. Я не знаю, кто это такое, но в последнее время начинаю замечать, что это похоже в некоторой мере у нас на проекте «Я». Мне нравятся всякие классные блестящие штуки, и я пытаюсь сделать как-то проект лучше с технической точки зрения, потому что у меня очень там грустная история. Я, поскольку на проекте не было DevOps очень долго, сказали, вот ты будешь крайний, поэтому я там год почти DevOps'ил проект, и это очень грустно. Было хорошо. Лучше, чем сейчас. Им было хорошо, потому что они, Егор, это упало. А Егор потом смотрит, у него за день два тикета было, они не сделаны. И он репортит, что Егор сидел и маны по центосе читал. Ремейнингов-то не было. Вот, ремейнингов-то не было. Видишь, как плохо было. Да. Вот. Собственно, в чем прикол? Я говорю, что вот у нас есть тут одна такая фича, она как бы техдепт, но она как бы improvement, и вот я очень хочу ее сделать. Я ее сделаю там вам за n-1 времени, потому что n мне дадут, а я сделаю быстрее, и вообще я молодец, и эта фича принесет всем радость. Она исключительно сугубо техническая. В принципе, бенефит от нее понятен. Это не рефакторинг. Это какой-то реальный improvement, который принесет деньги. Но... Как бы сам факт того, что я буду сидеть и делать что-то сложное, техническое, которое там совсем под капотом что-нибудь где-нибудь, там перепишу какой-нибудь сервис по-другому, и это будет нам где-то пользу давать. В это время я бы мог сидеть и как бы кнопочки наверстывать, правильно? И как бы кнопочки наверстывать обычно заказчик, он больше понимает, у него было красное, стало зеленое. И, это ж видно. И мне становится грустно, потому что я хочу делать технически интересные задачи, я считаю, что это классная фича. Я, возможно, понимаю, что бизнес value у нее не такой высокий, но ты же менеджер, продай, я не знаю. Ну, сделай что-нибудь, пожалуйста, очень-очень нужно. Ну, вот с таким посылом это вот хорошо. То есть ты пришел уже ко мне с каким-то бизнес value. Вот, ты мне дала определенный продай, пожалуйста, roadmap. Это не бизнес-фэлл. Не, подожди. Но, по крайней мере, ты о нем сказал. И, соответственно, мы можем продолжить с тобой диалог. Какой же от этого бизнес-фэлл? Да. Почему бы не взять? Ну, опять же, таки, отталкиваясь от предсказуемости, рисков, оцененности задачи и всего остального. То есть, посыл девелопмента, то есть, чтобы, да, все понимали, менеджмент всегда понимает посылы девелопмента, но в той или иной как бы парадигме, в которой он вращается, или политических каких-то моментов, он, собственно, может что-то блочить. Плохо, когда менеджмент не объясняет, почему, собственно, эта штука может быть заблокирована или там отложена. Вот. Почему бы не взять ее? Ну, я тебе скажу очень просто. Потому что есть working backlog. И потому что оунер понимает, что у него будет на 3 спринта вперед. Эта классная фича породит определенный, то есть, effort для других команд. То есть я понимаю, что это стандартная песня. Вот. И тут я, наверное, заведомо вот под конец так вот постараюсь даже проиграть и поддаться. Это то, над чем мы сейчас работаем. И это то, что действительно нужно делать параллельно проекту в любом контексте. То есть действительно есть таски, которые не должны попадать в тикеты. То есть, ну, по крайней мере, мы такой эксперимент сейчас проводим. То есть, отталкиваясь от философии там continuous improvement, кайдзен или канбан, да, стиль, просто иногда проще сделать этот improvement, нежели пройти через процесс. И он действительно не приносит значительного харма. То есть, опустить на лайтовый уровень и действительно это сделать. Просто тут в этом моменте кроется другое. То есть, у нас есть такая, в общем, онсайтная команда, с которой мы работаем. И на этом daily стендапе мы спрашиваем, там, что вот ты сейчас делаешь? Она говорит, ну я тут из бэклога взяла задачу, я ее делаю. Почему? Она не запланирована в спринте. Ну почему я не могу взять? Правильный ответ – это наращивание депта. То есть
Development может, в принципе, взять, что он хочет, да, как вот если его не вовремя за футболочку вот так вот не взять, не остановить. Что это означает? Это нарастание депта. В скраме это waste, весьма базовый принцип. В канбане это перепроизводство, тоже waste. Вот, соответственно, если у нас на сборочной нашей линии, там, Toyota, например, или еще чего-то, детальки выработалось 10, а эти могут собрать только 5 в текущий там момент времени, это означает оверпроцессинг. Как это менеджить, это уже отдельная тема, на самом деле весьма сложная. Вот. И перепроизводство это плохо. Короче, я победил, он просто жадный. И не может так объяснить заказчику, что эта клевая фича ему реально нужна. Да. А, смотрите, там вот был хороший вопрос насчет того, там daily синки. У нас на самом деле синков весьма много. Кто-то может сказать, что это плохо. Местами это плохо. Вот. Но у нас есть синк меня, как скрам-мастера команды с продукт-оунером. Именно поэтому у нас он такой прокачанный, со своими особенностями, но он крутой. Вот. У нас есть синк нашего лидершипа с продукт-оунером, что вообще круто. То есть они им рассказывают такие вот именно суровые свои реалии, и он их понимает. Вот. И он у нас такой уже чуть ли не кодировать сейчас начнет вместо нас. Еще плюс одна боевая единица будет. Вот, понятно, что у нас есть ретроспективы, но вот что интересно, и то, что бы я советовал для распределенных и аутсорсинговых команд, это делать внутреннюю ретроспективу. Это очень крутой механизм для того, чтобы сбавить напряг в команде и подготовиться к тому, что вы будете говорить заказчику. Потому что, ну, забудется половина, вот, а второе, что людям на английском тяжелее говорить, чем на русском. А что ты на меня-то посмотрел? А? Я за вас митинги веду. Где? Энтони Хопкинс, слышишь? По поводу ретроспектив, я еще сейчас скажу один момент. Да. Внутренние ретроспективы очень важны. Если у вас, вы делаете ретроспективу с заказчиком, заказчику довольно сложно сказать, что он всех забодал. А между собой вы можете сказать, заказчик забодал. Да, и поэтому действительно, все согласны. Менеджер проведет работу в своей голове и подумает, как же ему преподнести, что он забодал. То есть на это, в принципе, у нормального менеджера паттернов 10 заработано. В зависимости от ситуации, да, в каком он там расположении духа, настроении, и главное, кто перед тобой. Потому что бывает чувак весьма очень абстрактный, то есть ему нужно донести реальными абстракциями. Бывает, вот как наш продукт-оунер, там ему сильно даже и объяснять не надо. То есть, ну, объяснил, как бы и все. Вот. Да. Вот так. Короче, я думаю, что я победил со счетом где-то 6-2. Вот. Да. Опровержение попрошу в имейле. Поставлю рул на трэш.